Не Они тяжелые тяжелые. штука, но не промокают, да. Я Зато вернулся. дождь не мешает. Слушай, ну от психички блюр такой быстрый, вообще, в принципе, воевать не мешает. Андрюк, ты далеко? Да нет, я же тебе сказал, я пошел за камнями сделать точилок. А вы далеко уже от электро? То я просто этот. Мы, получается, когда выходишь с электро до лагеря, ну? Первый домик. А, ну вы там тусуетесь, хорошо, я захожу. Здорово, ребят. Здорово. Тетричек есть? Да я курить пошел. Холеру вылечить, выменяю. Нету такого добра. Да я у чувака спрашиваю на кумырне, сейчас я займусь. Я ушел курить. Да, сторожи. Да. У, ебать, какой дождь. Я тогда быренько на замок, потом вас догоню. А вы были давай на замке? Не, не были. Давай, иди туда и сюда приходи. Сейчас все равно ночь будет этот. Надо сейчас дождаться этот, еще одного разлутать. Ну, разлутку сделать. Он доедет. Кого? I can't find myself. Ты на каком там языке? На английский, что не слышишь? English, mate. English. Вот везет мне на хороших людей. Тфу-тфу-тфу, не сглазить, блядь. Добрый, милый человек мне. Прямо на входе, короче, в кумырну, прикинь. Дал тетрик. Выходит, да, выходит с этим, с бомжом, короче, на квест на сопровождение. С Адольфом. Я говорю, о, здорово, мужики, потом вижу, что это бот. Я говорю, нет, случайно тетрика. Я там на СКС-ку, на что вообще, не выменю на что-нибудь. Он такой, да, говорит, две хватит. Я говорю, ну должно хватить, в средней стадии, по идее, должно хватить. Он мне это... А рюкзак надо посмотреть. Он мне две скидывает, и говорит, СКС-ка не нужна. Короче, взял у меня две бутылки с водой просто и все. Так, здесь нету целая нихуя. Лапки енота есть и шкуры енота. ПМ есть, на Рюгер два магазина. А брат, что у тебя за микрофон? Он что-то пищит, когда ты говоришь. Здорово, дорогой. Да не, я умирать ехал. Тут меня вылечили, у меня холера тетриком подогрели. Прям вот парнишка на выходе спас меня. И он пацанам вез СКС-ку, чтобы они с лутом посидели. Он даже ее не взял, взял две бутылочки водички у меня и все. Холера после рестарта сама появилась, братан. Я уже там, говорят, в Дискорде. Тоже было, да, такое? Пиздец. А тетрик дефицит же, блин. А разве какие-то отвары не должны помогать? Холера. Да есть там что-то. Да выспитесь просто ночью до витаминки, и вроде пройдет холера. А, нет, холера нет. Это сальмонелла вроде проходит или что там? Ремкомплект прицельный. Что это за хуйня? Кто-то знает? А, это прицелы нет. Чинить. Да, ну. О, это отдельный прям какой-то, да? Да, да, да.
Зимой компьютер будет греть, блять, все помещение, наверное. Печка. А ну дай мне швейку одну. Кости, а он. Чего? Я по телефону разговаривал просто. Еще швейку надо? Да есть еще. Надо перезайти, блять, потому что у меня пропала психичка, а я отоспаться не могу. Ты мокрая шмотка. Ты мокрый просто, да. Нет, я уже высушенный. Я высушенный. Я, конечно, попробую сейчас еще раз лягу, но навряд ли. Или еще типа не ночь? Типа не ночь. Короче, вот сколько потратил, чуть-чуть столько и это. Короче, базу почти 4 на 4 построил. Как раз. Второй этаж сейчас строй. Не, нахрен мне этого хватит квадрата. А нам? Где мы дожить будем? Надо только еще гвоздей надо, блин, гвоздей не хватает. У меня как раз на пачку гвоздей есть. На пачек 6. На, кстати, свой Андрюх. На. Кого? Кусок свой, свинины. Жуй. Я потерял. Я что-то боюсь пить из бутылок сейчас, блядь. Нет, смотри, если ты болел холерой и попил из нее, то ее надо таблетками обязательно обделать, иначе ты заново заразишься. Ну я вот сейчас все бутылки сейчас и этот, у меня 3 таблетки есть. Обработай, да. Буду обрабатывать, чувствую. Так. Пышка тут. Там, значит, должен быть. Колючая проволока, прикольно. А она тут вроде ни для чего не нужна. 5 гвоздей, если пассатижами ее разделать. Там кто к нам ехал-то? Уже никто, но... вылечился. А, вылечился? Да. У кого-то тетрик отжал, видимо. По 2 бутылки воды выменил. Нихуя себе. Из которой пил, когда болел хлором. Все может быть. Так, надо еще дров колупнуть. От разделки зомби больше этих попадает, агентов, да? Да, там офигенный вообще этот идет. А что случилось? В смысле? А. Ты с кем? Не с вами. Домашний. Мы
я лонгхорн нашел. Чё нашел? Лонгхорн. Ну это такая... Меч. Не, пушка такая, блядь. Обрезок, обрубок. Ее никуда не могу взять. А я, подожди, обрез чего, Мосина? Не, обрез. А, всё, не, понял. Такой. Пистолет. Лонгхорн. Мачете. Там же есть такая. Зомбик ползучий. Там раздуть еще костер можно? Не. Нет. Остыл уже. Сейчас еще принесу, погоди. Или что, ночи подождем? Да. Оружие, гранит. Можно проверить. Короче, я пока перезайду. Давай. Но у меня что-то, блядь, нету этих. Психички нету, что-то в табличке. А может быть такое, что вот я кровь потерял, потом влил физик, и у меня пропала психичка. Нет. Может такое быть? Не знаю. Прикольно, если физик лечит. Нет, вот видишь, я просто крови потерял половину. Заштопался, типа, влил в себя физик. То может быть такое, что вот, типа, агентов, типа, вылилось, типа, я физиком залился. Я СКС-ку нашел убитый. Не знаю. Забирай, если что, у меня этот есть... ПУшка. Угу. Так, три. Все, сейчас. СКСК это уже хотя бы что-то. Так, я перезахожу. Давай. Вообще патроны кончат. Лыжный бой никто не отменял. Юго СКС. Повреждённая. Пошло. Я этот пистолет длинный не брал. Лонгхорн. Да он нахер не нужен. Я вроде патрон, ты говорил, 308 находил. Да ну, толку от него. У него прицел можно прибомбасить, он. Только точность у него такая такси. Ну. Вы на палатках были, да? Да. Сейчас, секунду. Ночью уже сейчас не двигается. О, но да. Она еще не скоро. Еще минут 20, мне кажется. Посмотрим. Это довольно высоко солнце. Но она тут быстро. Нету, нету, потом херак быстро появилась.
скоро. Кому-то кровь нужно слить? Есть этот комплект для сливания? Да, есть, у меня слил себе. Я таскаю тут. Пускай будет. Дарю себя потом. Я перезашел, психички нету. Короче, то есть видимо... физик помог, да? Короче, видимо, то, что вот кровь вылилась, и физик влился, значит, помогло. Только то психички. Нету тестера-то провериться. На. Сейчас одним кровь узнаем свою. А то я же помирал, у меня кровь, возможно, сменилась, я с собой кровь таскаю, не свою, может, уже. Я лучше выкини, я тебе дам, наберешь еще одну. Сальмонелла, психическое расстройство, начальная стадия, но без этот, но без головы. А, значит, появится еще. Так, видишь, пропало, значит, сколько-то вывело. Надо кровь выкинуть, а то у меня кровь, этот... не моя. Пускается. А теперь Б минус кровь. А, надеюсь, я к вам бегу. Мы тоже на это надеемся, что ты к нам бежишь. Ну, я тут против... срезал через... да, вот палатки. Какие палатки? Ну эти палатки, которые на конце... мы в этом... мы втором, во втором доме от этого, от лагеря. В красном доме от лагеря, да? И-и. Нет. Ближе к электро. А-а-а. Сейчас добегу туда. Палатки лутону. Зомбей немного. То есть их палатки хорошел ко мне. Да, нам нужно побыстрее. Что? Быстро. Нет. Два раза. Кидаешься. Да? Ну что-то в этих зомбях было. Куртка на 30, шапка. Кошка, куртка на 35. Она 30, но она не промокает. 5 поинтереснее. Окей. Сейчас главное... Чё, куда пойдем дальше? Да надо выбираться из берега, бля.
Да, это точно. Знаете, что у меня пропало после перезахода? Что? Очень много магазинов на ПМ. У меня они были в этой... У тебя, может, поврежденные, они выпадают? Рюкзак. Из рюкзака они выпадают. А из сумки поясной тоже выпадают? Тоже. Это ж сумка, но... Все патроны, все нужные вещи надо таскать либо в жилетах, которые хуй сломаешь. Вот я кожаный жилет нашел еще тогда, вот когда первый раз бегал. У меня он был не тронутый, вот сейчас пизды получили, но он у меня поношенный стал. А все мелкие вот такие вот части таскаю в этот, в себе стараюсь. А банки всякую вот такую шнягу таскаю в этот в рюкзаке. Понял, принял. А не, вот я нашел их. Я же переложил в эту сковородку. Обойму все. Есть смысл в лагерь заходить? Давно вы там были? Ну, минут с полчаса уже, наверное, были. Когда я зайду? Так если мы в ту сторону сейчас пойдем, в этот, в старый, так нафига мы сейчас и зайдем по новой? Так я с той стороны и бегу. Со старого? Ну, с полной. А, ты с рога бежишь? Ну да, я был на замке. Бился на палатке. Короче, две таблетки не хватило. И Вылечили. Повезло, тут топик бегает с хомяком. Он мне еще колесо дал, тестер, короче. И типа пропадает клякса, и у тебя все равно начальная стадия. Да, 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 да. Клякса, вот я и башу еще одну, и он говорит, вообще 4. Сейчас может, я третье выпил, нет тестера больше. Сейчас может опять спрогрессировать. Так что я пока на кумырне заночую. Я вам все, как бы, ну, СКС-ку все как договорились, то дам. Не вопрос мне, куда их солить, что ли, типа, нахуя мне столько. Я возле, как бы, ну, кроны живу, я их там налутываю пиздец сколько. И а что за топик? Что за топик? Ой, я не спросил, он тоже говорит, у меня, говорит, после рестарта была такая хуйня. Я говорю, ну я сетую, говорю, на флягу, я варил суп, и получилось, что у меня в кастрюле была там пятка воды, и получается, я фляжку вылил. Вторую фляжку вылил, осталось в ней немножко, но я хлорировал эту воду, это чистая вода была. Я ее буквально вчера под надеждой набирал и хлорировал, я, ну, пил уже из нее, типа. Я хотел ее, ну, думаю, что ж, не выливать, допью, и эти две фляги останутся, сварю суп и, короче, супом залью. Ну, допил на свою голову. Что в том вайпе больше 3 недель портилось, ну, в жидкости, супы там, прочее. Ну, все, что в кастрюлях, там, в бутылках, в флягах. А как супы тоже портятся? Да, супы тоже портятся. И что там будет написано? Испорченный? Ничего не будет написано, в этом-то и прикол. Он просто будет как вода с холеры. Тут же не, ну, не модовая кухня. Это ж не как у Дока или на БДСМ. Просто... Я тут супы наварил, думаю, ладно, не портится, таскаю. Она 40 тысяч стоит, это, ну, понял, кулинария, которая... Или 45 тысяч. Которая вот, ну, типа, вот та кулинария. Так что смотри, ну он долго портился. В том сезоне суп портился, но он месяц в холодильнике лежал, и он портился. А сейчас я теперь не понимаю, что за 3 дня портится вода, еда, ну типа, блядь, печаль. Ладно, мужики, я фукашну. Курю, пойду. Да. Давай. Угу. Чайник пока поставлю, пока ждем-то. Почет просто немерено. Настройку вам очень пригодятся, берите.
Мясо зараженного. Рыса. Салина. Она это Салина этого. Она уже использована. Да. Так, от руки работает. Ты стреляешь. Я найду в этой зоне хоть одну аптечку. Наверное, нет. Зомби, так, что-то нету. Один зомби. На весь лагерь. Ну, забор какой хороший, ни одной дырки, блин. Бля, я пол построил и в нем застрял. Прыгни. Че? А пользуйтесь? Помогает. Патологоанатомом информация пользуйтесь? А что это такое? Вот вы там бегаете. В электро бегаете, и черно, там же, ну, откисают частенько. И в патологоанатом там координату пишут, там 13980, там, и так далее. Где-то это? То есть можно прибежать на труп, короче, чужой. А, ну это, кстати, да. А как понять координаты? Когда... В карте забивать? Ну да, в iSurvive или в приложении в телефоне у меня стоит. iSurvive. Там еще приложение, потому что с мейтами удобно. Там группу создаешь и метки друг друга видишь. И альтабаться не надо. Поставил телефон под монитор, понял? И сразу метки мейтов видишь. Ее подписать можно, метку там тут, там то, или там враг, там еще что-то, короче. Ну, в PvP прям вообще must-have был. Там, где нету, ну, патимода. Что мы на подпивку играли, там, где нет патимода. И у вас там iSurvive, ну, короче, iSurvive это около богемская, ну это неофициальная, короче, официальная карта по сути. Там все, там можно отображение там машин, ну типа животных, все там смотреть, там и линейка есть, короче, там круги, там, ну вот. Когда пати мода нет, вообще прям топчик. Во втором доме, да? Да. Деревянном. Да, 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 да. Как раз ночь уже. Мы сейчас дождусь, блядь. И они, короче, в iSurvive же добавили еще там помимо такой координаты, ну ванильной, типа там тысячами, есть еще GPS координаты. То есть, если ты GPS нашел, ты на GPS смотришь карду и также можешь GPS карду выводить. Там ты при вводе выбираешь, какую именно ты хочешь найти. Ну, короче, must have. Кто не пользуется, рекомендую. Я по ней карту выучил, по этой подпройден. Буквально, там, не знаю, за месяц. Не надо какую-то с собой еще таскать карту. Нужны стрелы, я смотрю, дрова есть там. Да, этот, есть стрелы. Да. О, Ян вернулся. Ага. Бежал. Сейчас я тебе дам этот комплект, да. Куха едет, она говорит, мне на кумырне сказали, у тебя писька маленькая. Но у меня не может быть маленькая писька, у меня нету, у меня писюн есть. Писки у меня нету, я мальчик, блядь. Вот как... Держи, вот, сливай кровь. Да, это этому надо, не мне. Я косу дал. А, коса здесь.
Да, вырвал, вернулся. Да, у меня очень много агентов. Что ты мне дал? Вон, кровь сливать. Видишь меня? Нашел? Нету, да, он снимает инъектор 750, короче, агентов. А у меня там уже 1004, наверное. Хотя две кастрюли бахтеревки выпил сегодня. До пизды. Сейчас замучусь, ребят. Я после ночи к вам приеду. На встречу куда-то. Куда скажете. Скайску отдам. Чисто от души. А патроны у тебя есть? Нету. Я вчера выменял, у меня дома осталось там немножко. Да найдете, по вышкам лазите. Я вчера на вышках находил коробки патронов. Это не самый редкий патрон, самый распространенный, по-моему, винтовочный. Че зажигаете? Поспим. Да еще рано. Рано? Да. Рыбу еще можно половить из пламя. А можно будет сейчас. Сейчас надо этот. Сейчас надо отоспаться и бежать с берега нахер. Да, мы на задержались на берегу. Как эта печка строится? Из камушков? Из больших, 16. Мне кажется. Больших 16 камней. Охереть. Утро. Я, короче, зажигаю. Да еще рановато. Так уже спать-то можно, что ты? Уже вон рассвет сейчас будет. Где рассвет будет? Вот, с правой стороны от нас будет рассвет. Ну. Еще там дров, блядь, немерено, он будет всю ночь гореть. Ну ты сейчас выспися и встанешь, и ты потом не уснешь. Ну можешь разжечь. Можешь разжигать, я чуть позже лягу. Я тоже чуть позже, я пока что высушу. Вон, высушусь, да.
Что случилось? Ух ты, божечки. Морозилку. Ползу в морозилку. Морозилку положил. Кого положил в морозилку? Ох, он хулиган. О, на спальник можно в мокром ложиться. Ты можешь в любом лечь, ты только не выспися, мокрый. Знаешь, как такую поговорку, а этот грибочек можно съесть? Можно, но только один раз. Ну да, да, да. То же самое. Ладно, отошел пока. Слава богу, здесь такого нет. А ты выспался, дружище? Да. До конца? Да. Ну, сейчас я высохну, тоже вляну. А чё вы камень-то больше не разбили? Может, шторм начался. Да. Ну хоть ночью. Картошина сгорела. А я забыл про нее. Я там тебе кадеин докинул до 5 штук. Нужно еще 5, чтобы говорить же. Ну, чтобы это не было, если будем бегать тиммейтов, чтобы этот. У меня еще один галоп передрол есть, но он, блядь, один. На тебе этот презерватив на физик. Сейчас закину на регион. О, да. Рядом. Тебе на кровь не нужно? Я сделал уже. Я их 3 штуки нашел. У меня еще один остался. И можешь повесить его на этот. На аптечку. О. А, вижу. Ты бы лучше дезинфицирующий спрей повесил, то место меньше займет. Вот. Что там, шторм, что ли? Да, да, да. Как все вовремя-то? Сейчас посмотрим, во время шторма можно выспаться? Можно. А вещи только у костра просыхают, да? Вроде да. Вроде да. Ну и на тебе, когда бегаешь, когда негде высушиться.
час, не? Угу. Таблетку получил? Да. Нормально. Ладно, пошел покурю. Давай. Что, мужички, как ночь проходит? Хорошо, что выброс в ночь, заебись, да, выброс, классно, что не застанет теперь где-нибудь в неловкой ситуации. А это, влияние на ботов, кстати, на такистанцев, никто не в курсе, какое там? По ним урон наносит-то хоть? Хрен. Нет, не наносит. Не фурычит на них выброс, короче, нет. Я понял. Это уже, ну, инфа проверенная, да? Ну, газ теперь точно не наносит. Наносил. Ну, газ, да, раньше они откисали. Мне так нравилось, вышел. Слутал. Все патроны до единого, все на месте. Над кладбищем в лесу. Охуенно звучит, да? Ты уже в электро? Я? Да. Да я сплю на кумырне, он с пацанами, мы тут потрейдились, меня спасли, вылечили там туда-сюда. Странно звучит, я сплю с пацанами на кумырне. Блять, не стройнее, чем в лесном кладбище. А в современном мире вообще не странно. Не, я по девочкам, пацаны, я исключительно по девочкам. Да уже все спалился, хули там. Это похуй, на самом деле, что вы там думаете, блядь. Так, этот, кому глушитель? Ну, надо чинить. Бля, у меня еще одна, я целую ремку нашел на вышке под кумырной, и у меня еще начатое с собой. Я вам сейчас с КС-кой вместе отдам все, блядь. Чем, блядь, чинить? Порт? Чем чинить отдам? Глушитель. Целый? Чинил, целый ремкомплект у меня есть, целый, и нет, еще начатое. Я вам сейчас все привезу. Не спешите. Только сейчас посветлее станет, я вам сейчас все подгоню. Может, идем в Могилевку лучше? Идите, ну, ближе, да, ко мне куда-нибудь навстречу. Да, ну, мы сейчас будет, пойдем в сторону Могилевки уже, ну, туда. Или старый. Старый ближе. Нет, к умырне. Ну, можно. А в старом что у нас? А вода в кастрюле есть, этот, сварить эту, блядь, Бегтярева?
У меня есть полбутылки. Просто у меня есть вот 10 таблеток, можно было сварить. У меня есть бутылка полная. Кто-то так. Ходит. Зомби там. Сейчас я налью бутылку. А, надо полную кастрюлю. Сейчас буду наберу. Там зомби. А есть этот, смотри, у меня есть бутылка одна. Но все у равно. У меня тоже есть бутылка. Полная. Значит, полная будет. Ты скинешь кастрюлю, я смогу налить. Ну, я сейчас налью половинку. Я на голову лью. Ну, так ему и надо. Вот, на третьем кто-то откис минуту назад. 4800, это под Березину, по-моему. Ну, это кепка. А, нет. Ну, хотя он мог прибежать туда откиснуть, да? СКСУ его въебал, ботяра, это уже третий тир уже, да, да, третий тир где-то. У кого-то есть под рукой, я надиктую ввести? Вот. Давай, ну, сейчас. Координату введешь? Давай. 4867. 4867. На... 10418. 10418. Блять, вообще-то его въебали, блять, на кумы. Ой, на в этом. А, на СЗ. На СЗ? Да. СК. Ну, бот, СК. КСУшки, именно с укороченной. Они бегают там просто с 74-ками, с нормально. И с КСУшками они там бегают. Это у нас на третьем серваке? Да-да-да, ну читайте потом, он минуту назад его въебали. Я говорю, полезная штука, особенно когда ты с берега бежишь, вообще пушка. А с 8 минут назад еще один откис. Ну это Березина, по-моему, 13. А, 14 тысяч на 13 тысяч, короче, грубо говоря, координата у него. Но он еще будет лежать, еще 10 минут где-то будет лежать. Что там, рассвета нету еще, да? А, уже видно, нормально. Ну что, мужики, где встретимся? Где скажешь? Ну. Так, ребят, я на встречу с ребятами. Давайте всем удачки. Все, поехали. Спасибо за помощь. Так, я и витаминку получил. Ну, класс. Там мне скумырно, по сути, ну, похеру куда двинуть. Да, это точно. Двое. Один. Бля, ну чё вы, блядь, получаете? Блядь, это пиздец, пацаны. Вы валить их собирались? У меня только без глушака. А если стрельну, тут все прибегут. Ну, понятно. У кого арбалет еще был? Я просто этот. Я думал, блядь, надо вас этот. Дайте бинт. А карабин нужен вам? Держи. Такой вопрос. По 357 это береговой патрон. Нужен карабин? ПМ с магазином есть тут на Кумаре. Нет. ПМ и есть, и этот, ничего не надо. Магазин взять на ПМ? Хватает там магазинов всего этого. Все хватает. Или. Да, Могилевка, пойдем в сторону Могилевки. Да, нам туда, через ту гору. Через пуст. Нам... Да вот по дороге по этой пойдем, как раз и в Могилевку выйдем. Но мы можем срезать, по идее. Так карабин брать, не брать? Нет, не бери. Карабин нахер по 357, он нахер. Хорошая нет. Штука, он их шотает нахуй. Как мы сняли. Так можем тут срезать, через гору. Пошли через гору. Но подожди, сейчас я. Вот мы... Ян, погоди. Ага. Короче, вас на Кумырне дождаться проще, я так понял, да? Да, я... Могилев... А все равно будете за квестами там заходить, там, я не знаю. Ну а смысл нам идти этот? Может быть, такистантов встретим по дороге, развалим, блядь. По дороге давайте, да. Этот, смотри, давай до Могилевки.
И с Могилевки на Электрозаводск едь просто, ну, чтоб, ну, встретиться. Вы через Пусту, да? Вы в Пусте сейчас? Нет, мы не в Пусте. Мы, получается, идем через палатки, через... Может, я пока лагерь Надежды от талибов зачищу, пока вы топаете брать. Ну, можешь зачистить, не знаю. Да, успеешь. Пока вы идете, как раз я, по идее, могу квест сделать. Что там по наградам? Тут косарь грибней, гвоздей хоть куплю. Я ж уехал без шкур, без ничего. Там полчаса дается, да, вроде? Нет. И опять через лагерь или что? Ян. Можно? Ну идите в лагерь, я чуть дальше пойду, если буду там. Иди на палатке тогда. Ну. Давай, заходи через медичку, через... а я зайду через другую сторону. Давай. Я, если что, буду шуметь. Не хочу в рукопашку идти. Бинтов там, если будет, в медичке. Так вам бы в идеале в старое пойти, там палатки армейские. Бинты нельзя крафтить, 6 тряпок плюс бумажка, нет такого крафта? Нет. Долго. Ну да. Стэн сказал, типа, дурацкий крафт нахуй нужен. Как я дохуя чего сказал Стэн по поводу разных механик? Хотя бы логичный крафт. Ну, можно было бы тогда стак из 12 бумажек. Ой, из 12 этих. Там две бумажки. Есть куртка санитара на 42, надо? Нет. Ой, на 30. Они теперь по 30, да. Я тут прицел. Прицел надо. ПУ. Я его не вижу. Да я с ПУшкой СКС-ку везу вам. Хотя, в принципе, может, прям осинку какую найдете. У меня тоже уже СКСК есть. Полностью заряженная. Кроме патронов. Сейчас ничего не поменялось с того момента, как я тут был. Зомби только прибавилось. Да. Ты уже залутал? Кстати, зомби меньше стало, кстати. Я иду вперед, я уже не буду заходить там. Залутаешь вот оба домика, да? Вот где был, да, обратил внимание, что в металлурге меньше зомби. Ну, флорные таблетки. На кроне меньше зомби. Флорные таблетки вон появились. Если на кроне раньше в последний дворик заходишь, их там 7-8 штук стоит, сейчас 2 было. И за стеной один. Короче, зомби порезался там по количеству. Да хуй знает. Да меньше, прямо, ну, ощутимым. Мы сейчас тут в лагере чуть пизды не получили. Блин, с одним сандрюхой. Блин, он меня ударил по куртке и поломал мне глушак, который ты... Пиздец. А ты его не додумался куда-то сунуть? Я медведь... Я нашел медведя в кастрюлю. Куртку на 42 слота. Как видишь, не додумался. Кто постигается опыт. Короче, глушаки внутри тебя, неважно, бутылочные или такие... Они в самую первую очередь урон получают. Это ванильная тема. И уже давно. Чё ты где, Ян? Я возле озера. Дожидай. Я дальше уже пошел, там красный дом. Вдоль озера бегу. Беги дальше по дороге там. Старый уже там на палатках уже, скорее всего. Ну да. Ну не уже, но подхожу к палаткам. На старом? Нет. Нет, которая на выходе с электро. А-а-а. Наверху которая? Угу. Ну, две палатки эти ебаные. На севере электро получается. Там три палатки.
Не получилось сохранить черный сет. Нашел куртку на 42 слота. Зеленый. Я вчера в доме тактическую куртку нашел в пустошке, блядь. Вот я тактическую и нашел. Просто куртка, просто ну, не как можешь, дела. Значит, ешь. Ты в красный дом, Ян, зашел? Да, да, да. Я по дороге рядом с ним. Я бегу дальше. Сзади тебя вот. Я вижу, вижу тебя. Белый. Сильно белый. Слишком белый. Причем это... мы наш как отличаем друг друга. У нас синие шляпки. Неплохо. Я в старое поехал и хочу там и все посмотреть. И больничку, и полицайку, и палатки армейские. А вот потом тогда двигай в Могилевку. Ну, в принципе, это другой край. Или ты в Надежду идешь? Это соседний идет, город. Ну, мы можем, по идее, двинуть в старое, но что мы там будем делать? Да не, я потом вернусь в Кумыр, не тяните ногу, я потом отсюда на Кумырне доеду. Андрюх, ты стоишь у Хаммера? Да. Ок. В Могилевке еще будет зуб, можно зуб проверить. Да. Там три точки спавна, блин. И пилякать хуй знает сколько. Вчера на велике заехал. Вообще ничего а не нашел. Потом зуба можно уже на этот, на зелик двинуть. Там могут твои патроны выпустить. В Кумыр, но нам незачем. Ну если да, что там. Если только ты свою СКС-ку хочешь нам дать. По идее у нас есть СКС-ка. Вот у меня СКС-ка. Ты вообще не понимаю, нахуй я во второй тир поехал. Но мне что-то захотелось эти палатки посетить. Я люблю эти палатки. С ПВП. У меня СКС-ка, у него Мосинка. Идите на зубы, там может сейчас да, патроны найдете. Укоса Сайга. Все, у нас как бы поделили мы по патронам. У вас, да, все как бы. Но смачно. У меня на дальняк ничего нету. Отрабатывать. Ну ты воин ближнего боя был. Тундру или что-то такое, чтобы. Надо хотя бы ССГ-шку найти. ССГ-шку. Другой калибр, да. Да. Чтобы у каждого свой либо калибр. Либо пионер, либо ССГ-шку. Ну да, или пионер, или тундру. Тундра тоже тебе подойдет. 308-й да, патрон. Да, да, да. Я вчера-то саванну отдал этому Мише. Это ЦЗ-шка саванна, там есть 555-я и 400 какая-то, я не помню. 550-я и 427-я. Которая 308-ми стреляет. Да, что-то есть одна, которая 39-ми, а вторая 308-ми. Вот, 308-ми, которая стреляет. Я ему ее вчера отдал. 308-й Лапуа Магнум, блять. Он по размеру чуть-чуть, короче, отличается от 762 на 39, 308. Лапула Магнум только 4, под АВМ. Нет, нет, Лапула Магнум это как Long Rifle, как Long Rifle, как 22 LR приписка. LR это Long Rifle. 22 LR, ну, она бывает и крупнокалиберная Long Rifle. Где-то Андрюха потерялся. И я в сзади бегу. Длинноствольная. Что-то этот отвар психически вообще ни хера не помогает. Так его до хера надо. По идее, нам бы логично было бы двигаться в сторону Зелика. Там еще можно полутать медицину. Нового Дмитровска можно. Ну и потом по северу уже идти. Я идти. Мое предложение пиздовать на Североград. Североград? Ну тогда через Кумыр. Ну, мы сейчас, получается, новый собор, старый собор, и здесь степя. Ну да, что на берегу-то торчать, только патроны тратить. А у вас эти жилетки есть, разгрузки полевые, там, например, надо, если я возьму полевой? У меня кожаная жилет. У меня крысак. Полевой на 30, если надо взять, я возьму, спрашиваю. Полевой на 30, это как? Полевой жилет. Полевой. Просто, не, он без защиты. А, ну, можешь мне захватить. Потому что у меня кожаный на 15. И у него низкое утепление.
Я не мерзну, у меня вот встал градусник и все. Ни вверх, ни вниз. Мой любимый прицел барака. Хорошо. И по идее начнем проседать, можно еще рыбу половить. Банки не выкидывайте от колы. Я вам есть. Три собрал есть, тоже вам на крючке. У меня есть банка Пепси. И два супа. Пустая Пепси? Не, полная. У меня есть два супа, паштет и собачья еда. Ну, у меня тоже там кое-что есть. Сгущенка, что-то хуёнка такое. По еде не пропадем. У меня есть один крючок поврежденный. Два червя и удочка поврежденная. Там шпаклевку надо и все. У меня два костяных крючка есть. Это можно. Костяные, они не ловятся ничего практически на них. Их только на швейку, да? Костяные крючки на них. А его? Для рыбалки они практически беспонтовые. Да нет, то не надо. Андрюха, ты что, по лесу бежишь? Ну, я, блядь, две вышечки полез посмотреть. Ну, там, ладно. По дороге идем, тебя не видим. У меня проблема, у меня в барабане что попало заряжено, блядь. И проблема. И картечь, и пуля, и все вперемешку. Главное, там, чтоб резиновые не было. Не, резины нету. Да, этот, возьми, блядь, разряди, заряди только зеленые, и вот тебе на дальняк будет. Да. Ну, не на дальняк, но на среднюю дистанцию уже работать можно, уверенно. Если мы вкладываемся в карту, значит, еда с едой должно быть все в порядке. Первыми заряди в барабан красную, а сверху заряди зеленую. Ребрышко, да? Будет счастье. У меня две коробки этих зеленых лодок. Ну, во все их заряди туда. Ну, заряди туда их, и вот тебе на дальняк. Ну, что там на вышках? Толковое что-то было? Не, Ян, не было ни хрена. Мне бы, блядь, рюкзак такой, как чтоб ствол повесить, хотя бы один, было бы хорошо. У меня, блядь, реально в руках нашел арбалет. Тактический нужен хотя бы, да? Маленький. Да тактический маленький есть, он тактический рюкзак, на него ствол не вешается. Штурмовой. Не, есть такой, типа, так, ну... Может, штурмовой по-русски он называется, да. По-английски у меня тактикал пишет. Ну, тактикал он другой, на него подсумок вешается, а на штурмовой он такой же вид имеет. Нет, штурмовой на него... есть assault и тактикал. Assault это как бы штурмовой, assault. Наверное. Или assault. Тактический. Скорее всего, а тактикал это будет как штурмовой у вас. Ну, я от вас метров 300 бегу. 400. Нет, не хочу. Я тоже Яна вон сейчас догоняю. Но Ян, наверное, сейчас домик облутает, я его догоню. Зомбаки должны быть. О, розовые повязки, может, сделаем, не? Потому что этот Андрюха до сих пор с зеленым бежит. Я с черным. Черную надел. Ты мне дал черную, я дал. Но мне... Я нашел куртку на 42 черную, классную, но у нее низкое утепление. Она что, рваная? Нет, поношенная. Ага. Просто легкая сама по себе ткань. Я несу, не знаю, посмотрите, оденете, если мертв не будете. Я у меня пока было подобрать, я беру, так что это... Ты где? А, вот. Наверх, в верхний дом не пойдем. Жди пока, стой, Андрюха, я наверх сбегаю. А вот мы уже возле поселка. Зря сбегал, пустое. Херово, блин.
Надо этот. Чё, кто где? Я чё-то никого не вижу. Я по дороге за мостом. С дорога змей кидает. Да, вижу. И это. В Североград пойдем через СЗ. По сути, вверх можно залутать четверых. Там рюкзаки, камера житься. У меня патронов нету на СКС. Так, на СКС-ку. Ну, сейчас по пути, может, где-то что-то залутаем. И у меня 3 штучки есть, кстати, я тебе забыл отдать. А на СКС-ку какой патрон? 7,62 на 39. У меня коробка целая, чё молчишь? Потом тогда. Да, патроны есть. 20 штук трассирующих. Я же говорил вчера, что находил. Сегодня говорил. А ведь говорил. Там на СЗ чисто по верху пройтись. Ну, надо при хорошем хотя бы раскладе. Один фильтр хотя бы. Не нужен там фильтр. Не нужен? А там есть, где не прилетает. Да, я вас там научу. Там есть главное зоны, которых не касаются. Главное с бутылок сделать глушители. С бутылок фильтр можно сделать. Я тащу 4 бутылки. С бутылки фильтр знаешь, как сделать? Уголь знаю. Нужен, нет? Да, всего лишь навсего уголь нужен, а угля нету. А копать ну вам надо нельзя, по да? пионерлагерям идти. Не, ты чё, здесь ты чё, я с Станом в прошлый сезон разговаривал, ну, на стриме, ну, что в углядах мало. Он говорит, хватает, это. Ну, ему повезло найти 2 стака, сам блядь. Сам себе подкручивает, конечно, ему хватает. Конечно. Он на тисы-то ходил с админкой, блядь. Ему капюшон снесли, по нему стреляют, а у него ни кровотечения, ничего нет. Не, работало, одну шмотку можно было снимать. Нет, нет, ни хрена, без всего сета даже не было. Он с админкой бежал. У него включен был режим бога, ему похеру было. А что на тисах, там полная химза или просто газ? Полная. Полную химзу надо, да. Он бежал вот этот, с админкой, по нему такистанцы схерачили, а ему пофигу было, дык. Я в прошлом сезоне, блядь, вы не видели, я жил на первом сервере на Северограде, над Североградом. У меня вышка была, сколько? 5 кубиков вверх. Я залазил на нее, и весь Североград, все точки этих, так и станцию видел. Угу. А что у нас там? Оттуда можно убивать их всех, что? Ну, в общем, у меня было там все сделано грамотно, этот, у меня ну, база была там нормальная. Я за весь сезон, ну как вот, ну не за все, за месяц насобирал, блин, 8 фильтров. Мы хотели вдвоем пойти на СЗ, так и мы не пополучилось у нас. Если я сумочку нашел, получше. Кому-то нужна черная, убитая. У меня ремень. А все, ремень. А чё, сумочка, на которой только фляжка? Да. Не, такую мне не надо. Я ищу эту модовую сумку. Черную. Модную сумку ищешь, да? Модовую. Модовую модную сумку. Модновую. Понял. Потому что... Там парь в полицайке. А у вас сыга уже, да? Этот, если увидите да. курятники, ладайте курятники, перья нужны. Да, перья нужны. А то у меня осталось 7 перышек из целого стака. Ну хуя ты вчера вы, блядь, с перьями стреляешь, я так ебошу. А у меня 9 перьев. Спасибо еще, да, на этом говорю. Но. Хоть так, блядь, мажоры с перьями, пиздец. Если арбалет найдете, вы говорите, я заберу. Ладно. А в толчках бывает что-то? Да. Да, да, да. Витамины. Полицайки. 3 пампуря лежит, блядь. Тут этот фонарик так. Налобный кому-то нужен. Белый? Возьми. С белым. У меня от кости.
С белыми этими. Там синими или зелеными полосками. Синими это белые, с зелеными красные. Вроде. Андрюхе нужен этот. Да. Мне лиса откусила, сука, блин. Попробую его забрать теперь. Кто забрал? Сейчас скажу, какой он. Че, в Могилевку бежим? Ну да, идем. Вот он. Он красный. Нужен тебе красный? Да белый просто. Да, похуй какое. Он сильно деле. Пожеванный. Да я электрика найду. Оставь. Мне вообще никакой-то что-то не попадается. Если есть пока куда всунуть, сунь себе, пожалуйста. На один слот. Вот носишь два фонаря, только сейчас на кумырне чуваками рались это. Вот пока два фонарика носишь, все, блядь, запасной, все заебись. Только выложил второй. Пизда, какая-нибудь лиса или волк откусит. Первый откусить, но. Сразу откусываю, да. А к вон Андрюхе и откусила крыса, блядь. Фонарик и рюкзак. На той вышке был наверху? Я бегу. А, ты бежишь к ней? Уже подбегаю к этой вышке. Я бегу на вышку. А я бегу в этот, в Могилевку. Нахуя? Че, не пойдем в Могилевку? Че ты там забыл? На зуб не хотел. Можно зайти. Ну ладно, пофиг. Ну вам все равно патронами там побольше разбить. Зуб, этот, зуб, Могилевку, мы идем туда, все, и сейчас потихонечку мы помаленьку. Мы можем сразу на новый собор сейчас пойти, если хочешь. Да я хочу. Все равно в Могилевку на патроны глянуть, там патроны чуть бывают. Правее взять, и мы будем с новым. Вон там за горкой. Тут до собора-то прилично еще, смотри. Да нормально, все, бежим мы этот Могилев. Ну что-то мерзнет у меня жопа. Я нормально. Почему? Потому что ты пиздопротивный. Да, перчатки у меня убили. Надо перчатки-то, есть у меня. Да еще не полностью. С собой таскаю запас. У меня шерстяные на руках. Я имбу нашел вообще жесткую. Что за имба? Ну, увидите, я подбегу, увидите. Мишку, этот, шапку Банни. Так, я пошел наверх, к аптечке. Давай. И потом спущусь. Тут волки могут быть, так что это. Слушайте. Еда? Ну, еда и шкуры, деньги. Я вон кабанью шкуру тащу с этого, блядь, с берега. Ебать, блядь. Сколько она? 15 слотов жрет, блядь, я ее тащу. Я в колхозе. Угу. Значит, я в колхоз не иду. Фонарик горит. Ага. Тут, кстати, еще может свинья заспавниться в Могилевке. Мы вчера одну свинью захерачили. Но я вот прям тут ловил свинью прям в городе. И свинью, и корову. Что, я тогда в Кумырну тяну ногу, да, получается? Да мы в Кумырну не пойдем, мы этот, если есть вариант на, ближе к Северограду, ой, ближе к Могилевке, мы в Могилевку сейчас лутанем. Ну, сюда. Так там Кумырна на следующем другом холме, а мне через речку переезжать. Тебе пешком бежал, тут как бы, блядь. Ну, давай, а вот это ехать на Лясике, там вообще не прикольно, там две больших сиськи горы. Только вы когда с Могилевки переходить будете на Кумырну, там в лесу зомби ходят, не забывайте. Да то похеру. Брюсные кости нужны нетронутые? Пока нет, это не такой лут, который этот забивать этот. Вот у меня нету слотов вообще, в априори, просто. У меня слотов 15-20 есть. У меня плюс. Да в нем еще шкура лежит, бля. И во мне еще 1, 2, 5 слотов.
Ну, у меня рюкзак, видишь, на который сайга вешается, топор вешается. У меня в портупее большой топор. На ремне этот висит, арбалет, так что... Ну, а у меня, блядь, всего... Куртку я нашел на 42 слота, вот считай 12 слотов, с одной только с куртки у меня появилось. Ну, а у меня получается... Сейчас я привезу тебе слотов. Подожди. Вот, сейчас разгрузочку еще привезут, еще 15 слотов появится. Да, разгрузка вообще у меня живем. Есть, жилет нет, у меня мне, есть. Имеется в виду, мне... Разгрузку привезут. Еще 15 слотов. У тебя разгрузка, ему куртку, штаны я там взял. Я же мне сказал, там, посмотрите, может, у вас меньше. Если меньше, оденете эти, господи богу. Ну, у меня какие-то спортивные штаны на 36 слотов, так что я пока не переживаю. Черные. Снизу затянутые, на резиночку. И туфла, и да? И в ботинках в этих... Броско, дерзко, хлестко, молодежно. И в походных ботинках. Так ты вообще там мачо-мен? А, да, да. Сигрид еще увидит, и, потечет, ёпта. Еще и адреналин нашел. Адрик хорошая штука. Я патроны нашел. Какие? Свои? Не, на сайгу, красные. Ну, тоже неплохо. Ну, у меня есть там полторы пачки. Сейчас я их сразу скопаю в кастрюлю. Ты уже тут прошелся, друг? Старый. Я до колхоза дошел и все. Ты колхоз ты лутал, да? Нет, колхоз я не лутал. О, армейские ботинки нашел. Класс. Я нашел этот рюкзак. Разберу кожаный. Посмотрим, что с него получится. Кожа. Надо забирать. Кожа, рожа. Блять, этот ебаный суетолог заебет. Кожа, веревка. Я нашел эту, нашел ржавую проволоку, которую можно это... Силки сделать. Силки сделать, да. На нее курицы ловят, на ржавую проволоку. Нормально. А потом на курицу можно лису поймать? Нет, курицу разделываем, и с курицы выпадает от 8 до 17 перьев. На хуй тебе нужно? На арбалет. Арбалетчик. Я арбалетчик. Не, я-то знаю, что ты арбалетчик. Это все тот же арбалет? Да. Комфорку нашел убитую. А я сегодня нашел черную еще арбалет. Блин, пацаны, давайте вы не будете комментировать, скажи этот. А я скушал этот, убил зомбе, в нем был червячок и пачка крекеров. Крекеры съел, при этом ложил на землю арбалет. В общем, крекеры съел, поднял арбалет, зашел в магазин, нашел шлем. Это, как говорится, клал, да, он же арбалет мотоциклетный шлем нашел. Ну, иду в магазине, опа, какая-то сумка. Костян, короче, сумка. Если дойдешь до меня, я тебе дам черный арбалет. Не хочу, у меня зелененький охотничий. И вот такая у нас эта ситуация сейчас в данный момент происходит. Андрей, а где ты лутал, я не понимаю. Тут прошелся нашел... там же ларек? Ларек этот, в магазин зашел, и все, больше ничего нашел не нашел. Нашел водонепроницаемый рюкзак на 63 слота. Надо на 63 слота рюкзак? Да, нет. Где? Но он шуруй ко мне. Без атачментов. Где? Без атачментов. Да похеру, у меня тоже без тачмантов, но у меня, блядь, нашел. Где машинка 42. Стоит на перекрестке? Вот я. Все, я тебя понял. Все, я понял. А Марлин, что ли? Да, водонепроницаемый рюкзак на 63. С него схрон можно сделать. У меня гермешок с собой есть. У нас на этот. Ну, гермешок 20 слотов, а то 63. Короче, вон кинул машинки. Ах ты, зараза, блядь. Я вот, смотри, какая у меня имба. Я не видел где-то. Видал, да? Да, слушай, нормально. Да. Хорош. Увидишь. Да, имба, увидишь, этот, я тебе говорю, хожу в имбе. Я понял сейчас.
Его теперь только этот, за яички теребить, все. Больше А тут никак не кто-то убьешь. был, кто-то тут ел, тут пустая консерва. Так тут чё, пролутывают же тоже, чё. О, все, бег, есть поты. Все бегут через строителей, через этот, в основном, с черного. Сейчас этот, покажу тебе имбу. Этот, ты где, возле чего? А я в самом начале. Могилёвки. Там дыхал кос, только наверху. Ну, я понял, сейчас я подойду к тебе, покажу имбу. Сам на нас типа не говорите, что нашли туда-сюда, сейчас сам имба, 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 имба. Ну, так-то это, так-то имба, так-то тебе не хуй, а то тебе не какой-то арбалет, блядь. Но надо же, ну, понтануться, хвастануть немного, это хвастануть, и этот, а так. Опа, блядь, суетолог ебаный. Эти суетные, блядь, эти зомбячки, блядь, заебали. Дезинсектор нашел. Бля, у меня нету больше стрел. Так, ты где находишься? Что видишь? Я подойду. Да я возле тебя. Кому? Не, тут где там ты? Там пару домов ниже вроде. Ну вот, я перекресток, ты где? О-о-о. А, вот, все, я тебя нашел. Смотри, какая имбовая вещь. Ага, понял. Четкая, да? Четко, да. Я ее в лагере видел, эту имбовую вещь. Теперь можно мне рассказать? А я просто это... Нет, нельзя Стало пиздец интересно, блядь. Не, я должен увидеть, да? Имба? Да. Только лично можно так. Да. В таких вещах не говорят, да, вслух? Да, да, вслух такие вещи не... О таких вещах не говорят, да. Окей. Так. И что мне делать? Ну, дожидайте всех, что, сейчас соберемся и дальше пойдем. Я уже на вышке возле Кумырны на охотничьей стою, вас жду. Который с стороны Могилевки... Нашел штаны. Подымитесь в горку. Нашел штаны рабочего. Умырни, меня увидите. Да не, штаны. Пошли этот, что там? Блин, я хрен его знает. Меня там только интересуют чинилки, чтоб починить глушитель на пистолет и все. По сути. Умырни? Ага. Ну мне тут рельеф, блять, с великом. Если бы пешочком, я бы уже добежал бы до вас. Да там мостик есть, я не знаю, что тут боишься. Получается, когда с Кумурной выезжать... Ты в ту сторону идешь, не пойдешь тут? Не, я сейчас этот, пойду заберу у него, этот, как ее называют? А вы все идите, тут и ремки для этого, и мне три крючка, по сути, железных. Косты где? Разрезать надо. Давайте я вас, этот... И куртки, и куюртки, и разгрузки, и ствол. Так что идите все. Подходите в конец Могилевки, там все залутано, ни хрена нету, я прошелся. Я хотел на зуб заскочить. Так мы сейчас этот, оттуда и пойдем на Зуб, а потом на Североград. Нет, ты уже в сторону этого собора крутился. Да, я назад вернусь, я по-любому. Ты возле Красного дома на выходе. Но. Но. И тут есть дорога, которая Могилевка, и еще она идет в это, туда, в сторону Зуба. А. Это не так, где ты выше. Я знаю, Ян, у меня 5000 этих. Часов в Дейзи. Я карту знаю очень хорошо. Так может я вы идите где. На Кумыр, но я заскочу на Зуб и вас догоню. Парни, а стенку как разобрать? Сетку ножом. Стенку. А, стенку. Топорик. Ломиком. Топор, или топорик или ломик. Смотри, я хочу Кос, просто. Мы там забрать... лутались. Кос, мы там лутались. Мы там были. Можешь не смотреть. Я хочу сейчас до Почему Кумырны. Коста? Костя? Кос. Либо ну, просто Кос панк. Это коротко. Ну, либо просто Константин? Панк. Ну, Кос, можно да. просто панк. Панк? А. Ну, да. Какой панк? Это пинг. Розовый, блядь. Панк. Что-то не дает ломиком разбирать. Не ломиком, топориком. Розовый, блядь. Че ломик пинг тоже должен пишется забирать. Через ай, а панк пишется через у. Вот через такую, как у меня. Не пиздите, не знаю, этот, я вот читаю пинг.
Панк. И пиздец. Ринг скорее. Сейчас я тебе пизди дам, блядь. Ринг. Пошли этот, блин, где ты есть этот? Ждите меня в Могилевке, я сейчас блядь, а куда я забирать буду? Кто на пригорке бежит? Я. У себя все не впитаешь, все вкусняхи, что я тут вам. Ой, ладно, все, идем уже. Мы идем на Кумырную с Яном. Короче, между Кумырной и Могилевкой, наверх, когда поднимаетесь вот с Могилевки на Кумырную по рельефу, там стоит охотничья вышка. Ну. Я на ней стою с великом, пойду курить, пока вы бежите. Подожди, давай. Какая кстати, вышка? Не видел с великом, что у меня было с охотничьей вышкой. Этот, маленькая вышка? Да, или... она одна, она там. Наверху. Такая, наверху уже, да. Вот. А, или которая выше Кумырной. Которая на Кумырну смотрит. Прям на Кумырну, да, между, нет, между Могилевкой и Кумырной. На Кумырне ну, она тогда понял. Внизу. Все, ну сейчас подойду. Под ней уже все, рельеф лес вниз пошел, понял? С вас это наверх вы поднялись, поле, на котором стоит, поле начинается, на котором Кумырна. И вот прямо она стоит на опушке, эта вышка, то есть. А та, которую ты подумал, то дальше, это... В сторону старого смотрит. Так, я курю, но я сейчас это переключусь на телефон, чтоб слышать. Давай, вас. Давай, сейчас мы. Блять, волков надо. А он же на вышке стоит или ниже вышки? На вышке. На вышке, хуёво. Ну можно попробовать этого его через рюкзаки столкнуть и волков нагреть. А заебёшься с мягким знаком пишется или без? Твердым. Сейчас мягко. Мы с твердым напишем. Грамотеем, да, блядь. Этот, недавно этот парнишка, ну как этот, знакомый, блядь, скинул письмо Болонского к этой, к Наташе Ростовой, Толстой. Говорит, слышишь, а ты вот так вот читани между строк. Я, блядь, взял, думал, блядь, пиздёшь. Взял книгу, блядь, и в книге между строк прочитал. Жёстко отвечаю. Тема вообще угарная. Ну, раньше, видишь, как переписки могли с легкостью прочитать, ты ж не носил их, зачастую из рук в руки не давал. Это подданный твой мог прочитать. И вуальвировали, кодировали и прочее. Оттуда же понеслось эти кодировки и прочее, это с тех времен. Складывали страницу в определенными углами, чтобы слова совпадали и все. Да, 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 намного приколов разных придумали в то время. Ровно из-за того, что ну, могли перехватить, прочитать твою переписку, а там могли быть важные сведения. Ну или хотя бы твои личные, которые ты не хотел бы разглашать. Да, любовные истории и прочее. Ну там этот, в самом письме, бля, такие-то вещи. Толстой, блядь, извращенец хуй. Так, все извращенцы. Узнал, что ли? Все извращенцы. Пушкин тоже не скрывал, типа, с извращения. Оба, я нашел какого-то типа, блядь, на вышке стоит. На вышке тип, да, стоит? Такой с лясиком в руках, ну. С лясиком, да. Блядь. Сейчас, подожди, сейчас я кому-то возьму. Меня, короче, дожидайте, потому что я тут зашел в охотничью эту сторожку. В лабазу. Ни хрена себе. Хватит зомбарей насажали, блин. На этих сиськах. Ножны кому-нибудь нужны? Так, молодые, красивые. Нет, по идее, пошли вниз, что ты это? Можете забирать. Ты вниз, я же тебе ремень вниз давал с этим, с аптечкой. Ладно, я спущу. Не, у меня сумка поясная с аптечкой. А, Кьян, тебе же аптечку давали с сумкой с поясной. А, у тебя, нет, ты же вместо... Да, понял, ты же вместо фляжки это. Все понял. Да. Рома, у тебя поесть есть? Нет. У меня есть. Я последнюю флягу ставлю. Я ж умирать ехал. Взял супу. У меня еда пожелтела что-то. Одну фляжку, да и все. Вообще ничего нет. Так, это твой. Ну еще есть вариант обмануть, посмотреть, что там есть. Может там еще что-то интересное. О, патрульная. Нам на 42 курса. Ну, видишь, утепление хуевое. Да потом найдем. Так. А это? Это куртка на 30. Да, у меня такая же. Цепь. По сути. У кого там алкогольная настойка-то? У меня есть. Сейчас
принесу совместим. Я, короче, вот эта дорога, которая полевая на Кумырную, я вот тут сейчас облутал гаражик и бегу к вам. Починку не жалей, че не все, я тебе еще одну могу дать нагрузку вот так. Целую. Вообще не трогаю. Так нам на починить-то только этот пистолетный глушитель. А у тебя второго нет глушителя, Ром? СКС-ку тоже чинить надо. Не, у меня один глушитель. Это штаны заберу, наверное. Какие пистолеты у вас? У меня еще есть магазин. Глушитель. Чешку сам покупал. Я уже возле Кумырны. Так и мы возле Кумырны. Вы говорили бы на вышке, что это? Ну, она возле Кумырны же. Вот Кумырна. Она над Кумырной, да? Нет. Нет, над Кумырной. Другая. Под Кумырной. Под Кумырной, под Кумырной. Так, не я ж, блин, ну, к вашу сторону двинул. С стороны Могилевки есть вышка. А если от Кумырной смотреть на Могилевку, на спуск вот этот, там через вышка нее есть. Смотришь. Да, прям через нее. Что, залезть велосипедом помахать, что? А что, вы ни одного велика не нашли, пока шли? Нет. Вы не ходили по точкам, не ходили? Бля. Я не ошибаюсь, что там была вышка. Я сейчас шмальну зомби, бегутся тут в рельефе. Да. Вон, вижу вас, вижу вон. Здорово, были. Вон, разгрузочку бери, да, что надо. Ой, я в таких штанишках гонял. Вот, 3 на 36 слотов, высокое утепление. Пушка. Она мне на 30. Тактики тоже неплохие. У меня плохое, у меня сейчас еще армейские появились. Лучше. И это и теплое. Лучше мы купим. Я нашел еще вот армейские сейчас лучшие утепления. Все запасные. А на сколько они слотов? Кто? Штаны? Вот я. Да. На 36. Нормально. А, еще один решил стоять. СКС-ку тоже чинить надо, там ремкомплект есть начатый. У старого. Вот его добивай, а это целый. В один. Какой? Он был начатый, закончился. Ян. Что возьму? Мне черно. В рюкзаке вон настойка алкогольная. Сейчас заберу. Там хоть чуть-чуть, но соедини. Давайте с рыбаком быстрее петляйте или все сопрокидываю, знаете. Баночку пустую на. Баночки, на вот, смотрите, кукри я скинул. Вот, заряжайте сразу крючки себе. Так, ну мне что надо кукри было, сам я взял, больше мне это, мне чинилка, надо было пистолет подчинить. У меня такая же СКСК один в один. Единственная. У меня еще черная дома осталась. Вот у меня черная, только. Блять, не могу ее в руки взять. Вот так. Кто-то ее все время трогает или. Дайте кто-нибудь точилку. Топор заточить. СКСК я забрал уже в себя, ты не пощупаешь ее. Все, рассинхронилось. Точилку дайте. Она уже вам. На точилку. Точилку. Дайте дрочилку этому парню. Только чинилку были. Кукри тоже забирайте, ножны. Если бы скинул еще эту чинилку, я бы быренько СКС-ку спрячу. Пропало. Так, возьми начатую. Вот еще. В патрульной куртке 3 патрона еще. А, патроны кому-то надо было, нам это на СКС-ку. СКС-ка у меня. На, так. Вот этот, с патрульной куртки лежит. Все, есть. Еще он трассирующий. Ножны возьмите, они шатачатся на ремень.
по-моему, она обычно должна оттачиться. Ну, у меня есть, я могу еще один скинуть на. Не, не, это нож. Это... Они не оттачатся, да, другой ремень не на. На, все равно до кумыр найти и шкуру продавать. Камылечка тоже. Да, у меня тоже шкура есть. У кого есть питик-то? У меня нет пятихатки, потому что. Да, у меня есть. Так ты сейчас шкуру продашь, будет пятихатка, что ты? Не будет, откуда? 205 у меня всего, да. Надо питик-то, репутация не это. А шкуру будет продать? Шкуру, а, репа? Надо. Ну, у меня 1600 я могу продать. Ну, давай, сейчас мы тебе. У меня тоже сунем. Шкура есть. Давайте их продам, будет бабки у вас еще. Что-то купите, ну, полезного. Так нужно на кодлок собирать, нет? Ну, да, на кодлок. У меня уже штука. У меня 807. Сейчас шкуру продадим, будет штука с копейкой. Ну, у меня 95. И шкура. Сейчас еще вон рому разведем. А у меня нет денег. Я специально бабки. А если найдем? Гоп-стоп на кумыр не устроим. Интересно, там рюкзаки на продажу выставили какие-нибудь? Ребята, между прочим, гопы правилами не запрещают. Не запрещайте. Пропадаешь, Ром. Уложить вунку. Как лучше должно слышать. Гопы не запрещено же? Уронил вунку с резинки, блядь. Что надо, забрал и ушел. Все. Обобрал, да? Конечно. Я вот думал банду сколотить на этот сезон, но у меня ж нет сейчас мейтов. Кто там шкуру мог продать? Это... Тут давай, магазин давай, есть, ну, на ПМ нетронутый. Там и ПМ есть, и магазин, да. Ну, кстати, можно взять задание, начинать где-то делать. Шкуры давайте, шкуры. Потом на черные эти. Я шкуру-то скинул. Пойду посмотрю, есть где какое-то ты? Задание где? У меня. Вот там одна шкура, блядь, уже. Одна шкура есть уже, одна во мне. На вторую. Давай, да. Хуя, пионеры. Так. Что там, пионеры продают? О, я могу. У вас две шкуры всего было? Да. Две поношенные шкуры. Проводить выжившего я могу. Охотник за кладом и убей 30 зомби. И брать все, да? Да, все бери и сразу бомжа веди на этот, на зенит. Бля, как раз пошли, давайте все, каждый возьмет по бомжу. И... Всех троих до зенита доведем. У меня тёлка. Комплект для чистки. Штука. Мой бомж тёлка. АК. А кому патронов. Там поесть нужно было? Мне в чё-нибудь сожрать. Зенит, я сейчас банку открою и сожру. Зенит у меня тоже желтый, я что-то мерзну, я не знаю почему. ПУшки. Патроны, блядь, есть. Пилы. Кабура, пятихатку, пасики, нахуй не надо. Прицелы, противогаз. Давай, ты... берите бомжей, пошли. Сейчас пойдем. Мне интересно, хватит? На время, ребята, не тупите. У меня 205 репутации. Да, у меня тоже 205. Хватит. А-а. Как раз хватает, да. А так ты все взял? Там. Сопроводить, да, выжим? Все три взял. Так, ваши гребни, господа. Где-то они упали. А охотник за кладом ты зачем взял? В кастрюлю, да, наверное? На СЗ и пойдем этот... Так, охотник. Моего на зенита тоже. А где гребни, не понял? Гребни, а, где? Вот они, вот они. Гребни, да. Где? Надставить панику, блядь. А у моего забирай, оружие есть. Твое забирай, Ян. Так берите, кто там, у кого касса будет. Так, на, значит, кассу к старшему. А время нету здесь, нормально все. Но как это, на бомжах время 2 часа, по-моему, или там. Нет, час. Держи вон, гребни забери. В смысле без сегодня. Таймера? Я вчера с таймером водил, блядь. 29 минут, полчаса. А, полчаса. Два часа до этого. Ну все, пошли тогда. 2 часа это на втором уже будет. Его надо будет вести. Знаете, куда вести второго бомжа? Да.
У моего бомжа нет штанов, зато есть оружие. А вы в курсе, что его можно связать? И у них раньше револьверы были. Вот, у него есть. Они иногда, ну, с рандомным оружием могут быть. И он так не дастся связать, его надо в угол загнать. Ну пошлите уже, либо связываешь ему руки, короче, и можешь раздевать, одевать его как связанного любого. Ладно, все, пошли тогда, давай. Сейчас на зенит, давай, а от зенита мы ломанемся в этот. Блин, я что-то мерзну, вообще не по-детски. Я тоже подмерз. Еда по три. Я нормально, по две. Кастрик разожгли бы сначала, погрелись бы. Ты мерз еще на вышке, вам надо было причем квесты брать. Все в порядок поприводить, а потом главное, идти. Главное, на вышке не залазьте сейчас, а то они багуются там. Они в нее вовнутрь залазят, да. Да. Я своего выбил с кулака с сильного удара через shift. Кто залазит на вышку? Да нет, под вышки. Они под... Если ты залазишь, он пытается же близко к тебе находиться. Он выпрыгивает вовнутрь вышки. А, бот? Да, и потом не может оттуда вылезти. Его надо туда пизды ему давать, чтобы он оттуда вылез. Я своего достал. Что в том вайпе. В этот раз я просто на велике проехал и все, блин. Без остановок. Так, я, кстати, там велик нашел второй под зенитом. Не забудьте там кусты посмотреть в округе. Ладно. И такие станции там могут быть на воротах на КПП. Так это знаю. Я там умирал в прошлом вайпе. Блять, интересно, сейчас этот, блять, тряпок нету. А сколько у тебя тряпок там? Две штучки. У меня есть, тоже. Так, где? Сейчас только найду. На, три. У меня куда-то две. Пали куда-то, не куда. Сейчас поеду мосню переодену на СКС и, блядь, надо лагерь зачистить талибов. От талибов надежду. Банк, дать иди за патроны, да. Я вроде... Все тело одето, даже маска есть, и все равно мерзнет. Я вот, у меня тоже что-то градусник посинел. Попробую противогаз одеть, может, он теплый. Он теплый. Да, вроде идет наверх противогаз. Во, все, ништяк. Сейчас посмотрим. А не, нихера. То же самое. А у тебя протик или респиратор? Ну, у меня такой противогаз нормальный. Ну, слоник армейский, нет, ПК... Нет, стекло. Стекло вот это. Он не шибко теплый. Самый теплый этот, от химзы, которая. Вот в нем заебись. Да, я в нем отходил в тот сезон. Просто без фильтра цепляешь. Правда, после рестарта, если забыл снять, худ будет. Так без худа бегаешь. Перед рестартом просто стягиваешь его. Сейчас посмотрим, если что. И быстро фильтр в горячий слот внизу в хомяке, понял? В подсумке держишь. В хим попадаешь, в табе сразу раз, сунул его. Противогаз. И красавчик. Факел помогает? Факел? Ну, пока плюс. Ну, белое. Я не знаю, сейчас поймаю плюс, не поймаю. На неодах я ловил плюс от факела. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Блять, вышка, сука. Нельзя, не трогай. Я так просто сверху посмотрю, что там.
Вам сразу по 500 гребней накинут, кстати, на месте. И это уже полторушка. То есть возвращаться не надо, чтобы дать задание? Не, он сразу с тобой рассчитывается на месте. Репу и бабки он тебе в инвентарь, главное, чтобы случай дал. Да, еще волков, где-то нарваться на волков, и все, у нас код волков. Да вы по пути через зуб там, через все это, еще и на таких станциев нарветесь. И зуб, вы в обратку сейчас пойдете покупать замок после квеста. Да, так, если мы уже на СЗ подозрение. У меня 1450. Ну я дал свои, сколько у меня там было. Ну ты кинул, у меня этот. Вот еще сейчас полторушка. Ну вот еще полторушка будет, это уже трешка. И двушка шкурами, так и станция. У меня штука 100. Так у вас почти замок еще. Сейчас полтораха упадет, так да, и почти замок. Замок херня, гвозди ищите. А гвозди ты пока дойдешь... Ты пока дойдешь до места, куда, ну, где строиться будешь, ты их налутаешь себе просто. Там налутаем. Сначала первый квадрат построить, а там уже все пойдет быстро. Там, ну, если без пола, строить. Если без пола, 150 гвоздей. Это два поддона разобрать и две коробки гвоздей найти. Где этот человек, факел? Я, вот да. Он. Вы чё, мы вы где потеряли? Блять, амбар видите? Амбар? Нихуя ты, блять. Мы вперед тебя бежим. Ну заебись вам. Не, он амбар у нас справа. Там. Он скорее всего там. Вот амбар, наверное, думает. А ну может. Кому сколько осталось? Двушка у всех. Бля, мне 2400. Когда ты где-то не там. Я говорю, он за нами идет. А вы как это смотрите? А там пройдено, ну, там написано. Показывается. А если ты убрал, возле шифта кнопка. Включает, отключает худ квестов. А, все, я понял, да-да-да. Там также и до схрона расстояние. Так, ладно, нашел себе поясную сумочку, это уже хорошо. Большую? Да-да, которая со слотами и аптечками и всем на свете. Блядь. А сколько там аптечек? Две? Вот на нее как нет, раз... Нет, одна аптечка. Там топора, как раз и ножны вешаются. И ножны. Ну и топорик как, туда вешается. Как раз вот эти пластиковые ножны, что я вам предлагал, вот они туда вешаются. Плюс слоты есть у них. Да, слотов там, господи, да. Главное, что аптечку вешать можно и этот. И кобуру. Остальное хуйня. Карабин, да, все такое, это понты, по-моему. Ну, карабин чисто для этого. Чтобы идти, чтобы перчатки вешать. Чтобы 4 слота ну, сохранить. Запасочку, да. Не лута на надежду, что ли? А, поймал я все-таки плюсик от факела. Ну я в том сезоне ловил. Тогда я тоже делаю факел. А ты короткий делал или длинный? Да похеру там какой. Получается, две тряпки цепляешь, ловишь баф. У меня еда уходит просто. Я сейчас да, в калории момент... выжигает. Не капитально, этот... блядь. Получается, этот сейчас в данный момент просто реально у меня этот, ну, поймал баф от факела. Я же сначала проверить должен, а потом всему оповестить. Я не стал говорить, что точно, потому что, ну, может, что-то поменялось, но в том сезоне ловил я баф от факела. Это работало. А ты с длинной палкой точно делал? Ну, я сейчас с длинной сделал. А там разницы нету. Там ну, на любом там похуй. Да. Главное, чтобы источник тепла был, типа. Ну, что-то нихуя. Ну, он же ж моментально бафнет тебя. У меня даже на белое не идет. Алло, привет, парни. Напомните, как кровать сделать? Поддон специально делаешь поддон. Набор кровати. Ну, набор кровати. А сколько поддонов надо? Три маленьких. А там сколько засунешь, столько и будет, такая кровать и будет.
Там зависит этот. Если 3, то маленькая. Если 4, то большая. Разницы никакой, просто визуал. Делать 3, экономия. Угу. Она больше места только занимает, и пиздец. Так по слотам она такая же, по-моему. Да. И все равно на большое вдвоем не поспишь. Ну да, понятно, раз уж только через анимацию. Да, спасибо, я просто, мне было впадлу сейчас искать в этих, типа, в настроенную, там, типа, в инфо. Ну ладно, спасибо, спасибо. А, там в самом начале в инфо. Да, ну, все равно, я ебал. Так же проще. Ладно, спасибочки. Ты медведь или че? О, так кто ж маляет? Я. А, там могут эти стоять, кстати, такие медведь. Станции. Медведь? Нет. Он тебя ребята, убил. Ну это шкуры дорогие с медведя. Он меня в лунку уронил. Не, блять. Давай, быстрее, 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 быстрее. Его шкура самая дорогущая. Ее надо срезать. По нему надо и сайги херачить будет. Так, блять, ну сайги, да, прям его... сайги ебаш, конечно. Я ебашил сайги, и он меня уложил. Он за один удар уложил? Да, блядь, нет. Не с один удар, а... Иммуноглобулин есть у кого? Есть, да, три штуки. Где-то был... Три штуки есть. Сколько тебе до этого? Не знаю, сколько... 2700... О, 1700 было. Был под горком, да? Или над горком? На горе. Под горой был, да? На горе был. На горе? Возле вышки? Рад себя в лесу найти теперь. Медведь тоже тихий. Он еще твоего этого мог убить, не? Не знаю. Главное, чтоб он шмотки не заруинил, ты-то выживешь. 1700. Ну вот мы сейчас на 1700, считай. На горе. Ну вот иди влево или вправо, чтобы у тебя 1700 оставалось. Возле вышки радиус. Ты был большой этой? Да нет, я в лесу где-то. Ну тогда тут ты не на горе лезет. Был. Вы что, не слышите льва, этого пидора, блядь? Нет. Блять, у меня бинтов нету. Справа, справа, туда, правее. Справа? Да. Блять, нечем, блять, ни тряпок, ни хуя нету. Ёбаный в рот, я истекаю кровью. Блять, чем? Режь что-то. Нету ничего, что порезать, шарф. Шарф. Давай я стрельну, скажешь, куда. Подожди, стой. Блять, одна, сука, тряпка с шарфа. Может, я стрельну, ты скажешь, близко мы или нет? Сейчас, подожди. Слышишь? Да. Право, лево. Получается, вы, блять, вниз как бы идите назад, в этот, левее. Это получается 1500 и левее. Так, что еще разрезать, блядь? Левее, значит сюда. Эту замбараку. Ах ты, блин. А, все, кровь остановилась. Ну, болячек он тебе закинуть должен был, мое почтение. Да, мне надо ему на глобулин. Где вы, блядь? Никого не вижу. Я уже тоже потерялся, ты сказал 1500. Я 1500 и иду левее. Но. Левее от тебя или левее нам идти? А, ну-ка, этот, левее к вам идти. Получается, но вот ты смотришь. Мне вправо, значит, надо. Нет, тебе влево. Ты стрелял? Вот, я тебя слышу. Да, блядь. Зараза. Меня уже тут покусали, блядь. Еще, бля, сейчас, сейчас, сейчас помогу.
О, она стоит чуть-чуть. Где ты есть, падла, блядь? Блять, это пиздец, что творится. Где медведь-то? Он внизу, там этот. Дайте этот бинтов. Кто-нибудь бинт. Сейчас замотаюсь, сам дам все. А у меня, пока я тут бегал, вся еда ушла, блин. Так пишите, доведем, осталось. Тихо, подожди, у меня эта баба кровоточит. Ой, блять. Месячную, да. Получается. Дайте этот иммуноглобулин. Кто-то как может сказал... постараться перевязать ее. Как сказал Картман, говорит, я не доверяю всему тому, что кровоточит неделю и не умирает, блядь. Она, наверное, думает, что мы хотим ее завязать. Просто тупо умрет у меня. Помогите ее зажать. Так, блин. Где она есть? Да вот она, блядь. Штанов которую? Штанов. Остановитесь. Просто остановись. Ты остановись. Не бегай. Все. А попробуй ты ее перевязать. Все, она... А, не, еще кровоточит. Нужен тебе этот иммуно? Я дал. Все. Все, у меня нормально все. Просто крови мало. Побежали, 12 минут осталось. Так, я сейчас банку открою. Пошлите, да, реально, блядь, хуй на этого медведя, ебать. Как он, блядь, вышел, блядь? Да, я за вами. Это вот из леса справа получается, да, который? Слева он был. Слева. Левее идите, левее. Вон. А, я понял, вы пошли от меня справа, получается, этот лес. Это вы лес, который между вами и собором, я так понял. Mm-hmm. Пойти попробовать разъебать его с Ксюхи. Он каленый. Каленый, mm-hmm. Там дал ему саги. Я 4-5 выстрелов слышал точно. Да я ему, блядь, полностью, я не знаю, как он не лег, я магазин выложил, блядь. Ну да, до хрена. Там парни из трех стволов его в прошлом вайпе валили. Матерый, блядь, гад. В голову я... вроде одна пуля должна быть, не? Не-не-не-не-не. Не, медведь в голову одна, ты чё? Он в голову, кружок Сэмки впитать может, блядь. Да-да-да. Я не знаю, я его с 6 патронов в саги ложил, блядь. В этот раз, блядь, магазин выложил в него, блядь. Ну, он в голову не попадал просто, наверное. У меня что-то время остановилось. 9:39. 10:49 у меня есть. О, 10. А, короче, эти. Секунды не прогружаются. Ну, они там не каждую секунду показывают. Вы меня видите? Нет. Я вижу. Да, нет. Панка. Ну, мы рядышком друг с другом бежим, да. О, блядь. Сколько осталось? 1070. Да вообще близко. А вам вышка, она уж видна уже. Да-да-да. Да я, блядь, по лесу бегу, блядь, нихуя не вижу. Блядь, резарт 10 минут. Да должны успеть, блядь. А ничего страшного, даже если вы не успеете, он таймер ничего не будет. А также логинится и логинится этот бомжара рядом. Вы можете за 3 минуты спокойно релогнуть. Чтобы да наверняка я он... Сейчас просто тут такие станции еще могут быть. Да, да, да. На перекрестке. Где-нибудь сейчас неожиданно какая-нибудь драка, блядь, потратит ваше время. А эти еще такие пулеприемники, пиздец, эти ребята. Зенит, ты спускаешься, тут пиздец может быть. Там вокруг зенита на зените, внизу на дороге горки туда. Да, да, да. А куда нам именно нужно их завести? Там, где вышка, внизу есть красное здание такое. Ну, радио «Зенит».
Да, да. Само, да. Вышка самого радио, да. Это от вас получится КПП дальняя туда, в сторону, ну, севера. С левой стороны. Ну, слева будете обходить, да, туда на дальнего. Видите. Я столик чекну. Чекай, я к вышке тогда. Вдруг уголек. Сразу от вышки левее берете и не промахнетесь. Нет уголька, нет. А где эта ментовская машина спавнится? Возле самого здания? Прям возле самого здания, там как раз там КПП и ворота. И они прям там тусят. Тогда нужно чуть-чуть. Ну, я поэтому говорю, что левее надо брать, левее. Чтобы снизу подходить, тогда же труднее. Нет, ты левее как раз туда на рельеф выходишь. Ну, короче, надо там... Вдоль забора слева ты бежишь, знаешь, и этот, потом ныряешь туда, к этот, прям к зданию, и все. А я сейчас рестарт тут поймаю, буду чекать всех такистанцев по пути, вообще огонь. На соборе здесь куча спавнов. О, все втроем, все собрались. Да, блядь, тут 600 метров осталось, успеем в любом случае. А он сам, ты в хату заходишь в эту, он сам пропадает. Бабки оставляет, да, тебя. Бабки репу. Ну, после зенита можно на зуб сходить, кстати, да. После зенита можно сходить на... А зуб сразу рядом слева, сейчас будете бежать, да, его да. Видно, его видно даже. На СЗ. Вон оно, СЗ. Вон он один замок, в ту сторону идем, да и все. У меня, блядь, крови нету. Я вытек. У тебя физики есть. Я могу физиком тебя залить, подъехать сейчас после рестарта. У Яна... Мы с вместе пойти. Я тоже. У Яна физик есть. Ну, этот... Вы что так далеко-то, Нам надо левее обходить, ты этот, не в ту сторону бежишь, тебе надо левее. Я все правильно обхожу, я ходил уже тут. Я сдавал. Левее их. Получается, если ты машину спалил, то ты еще левее крутишь, оказываешься над рельефами, над воротами. Там есть стоги сена, от которых просто принимаешь ботов и все с кайфом, типа. На изичах. Вы на СЗ хотите там, где не прилетает, на самую северную часть СЗ? Да, ну там прилетает. Ну, там... где палатки, там же промка есть, там пару срачиков есть, и там... Наверху, нет, самую северную самый, часть. Самый-самый вверх, да, да, да. Да, я туда хочу, чисто... Там, где разъебанные машины стоят, кладбище автомобилей, да? Да, по дороге. Правильно, не знаю. На башню? Там просто момент, что мы как-то заходили первый раз на СЗ втроем, приехали на мотики, тогда мотики в спавнах были. Приехали, короче, заходим в первые два сарая, сразу оружейная стойка на, сколько там, 20 с чем-то стволов, ну, которые не крафтятся, понял, да? Ага. И сейф самый большой на пятихатку, там, или на сколько, он уже не помню, на 800. Мы... А, ебать, а что так можно было там? Ни ботов, ни газа, ж ничего, ну, типа, вместо огонь вообще. Мы давай в два захода сейф этот потом... Там еще бочек насобирали, короче, классно. Есть машина, нету? Нет, это надо за забором там. За красное, подняться на красное здание, глянуть. Да сейчас этот, как его называют? Все, у меня пропал. Питик упал. Ему надо прям подойти на пороге, он сразу расчет дает с тобой. Питик упал, да. Легкие бабки, да? Следующий, блядь, аж тащить аж до этого, блядь. Что это такое? Следующего далеко. Не вижу я никого здесь. Вот они там, у КППшки, за забором должны быть. Да я уже залез на крышу, посмотрел. Да они сейчас после рестарта ж пропадут, чё. Или наоборот появятся. Вот-вот. А что надо отсюда поэтому один хер валить? Не релогайте рядом, да, потому что будете мишенью для них легкой добычи. А где релогнем? Да отбегите выше, севернее, выше в поле отбегите. Оттуда как раз, если не будут, оттуда принимать сверху легко их будет. Да, блядь. Как с КПП выходит. С КПП выходишь, часов на 11 вот так ориентир берешь и в холмик поднимаешься оттуда прям. Бля. Огнище. Вы по зомбарям? Да.
Я, короче, возле комбайна буду там. Ну я тоже туда же. Ну вот да, от комбайна нормально их щелкать. Так, кто там мне солину обещал? Иди сюда ко мне, комбайн. А, вон оно, что у меня слоты появились. Эта тварь, блядь, мне сбила этих. Маску. Солина. Вот солина. Там так-то у зенита надо еще глянуть столик, потому что там бывают столы и этот, и уголь. Уголечек там, скорее всего, лежит, да. На столиках прям частенько уголек лежит. Ну да, с той стороны. Со стороны горки, да. Что-то я лучше чуть пониже спущусь, а то нас там сразу заметят. Там, кстати, со стороны горки вы к столику пойдете, чекните низ, там могут уже на тачке так и станции стоять. Это еще бабки и патроны. Да-да-да. Бабки, патроны. Так, у меня получается 1945. Иди сюда, да, сюда еще его. У меня 1667. У меня где-то они должны быть. Давайте их дам, вот еще 500. Штука 600 у меня. Вот я скинул. В один казан. Где? Вот, я здесь. Вот. Подбирай, вон. И еще бабки храните в чем-то. В кастрюле, да, в какой-нибудь хуйне. Они тоже руинятся, пиздец. Возле меня я скинул. А, сейчас. Вам не руинили никогда бабки, блин? Нет. Я руинил. Я сейчас, я убью этот... получается... 900... 800... Так, я вышел. Я тоже... Меня умер. Пойду чек сделаю. Ну, это влетели, короче. Стак, косарик, заруинили, блядь. Вот обидно было. Турить. Ну, в начале в самом. В общем, осталась херня. Осталось меньше штуки. Ну я сейчас это... Ну, за следующего по 600 дадут. По 600 копеек дадут. За следующего. Ну а смысл, блядь? Сейчас пару такистанцев убить, блядь, и патроны разжиться. И плюсом еще... Так, я курить. Ты, короче, на СЗ заходишь со стороны севера, да? Тоже там... Да, я сейчас самолет. Покажу. Там получается. Нет, не с самолета. Там получается на СЗ я захожу северо-западной стороны, где лэпка. Ага. Ну, вот с того дальнего КПП, только не с КПП, а ты еще левее берешь, западнее. Да, получается с лэпки. Угу. А лэпка, она разделяет как раз палатки с вышкой, эти две части. Да, да, да. И вот я под этот слепки, там есть такое зданице, ну, два гаража. На него поднимаешься, разбиваешь четыре, ну как, такистанца, там их четыре штуки. Разваливаешь. Четыре батарейки, два в КПП, два на казармах. Да. Разваливаешь оттуда два этих, а потом, ну, чисто зомбя и лутаешь этот кусок, чисто, блядь, найти там этих. Как их называют? Там прилетают. Везде прилетает. Там прилетают. А я наоборот, вот это место, антенну так называемую, ну или нычка еще говорят мне. Аналкой, как, ну ты вот, где вышка стоит. Я правильно понял? Там ты с СТО налазишь на СТО на крышу? Да, 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 да. И с СТОшки щелкаешь. Ну, это Димас сделал. О, Димас Андрюха, точнее, что этот, экземпляра. Корифан, убийца демонов. Он такой тактикой. А я наоборот, я захожу с стороны КПП, вот там, где колонна разбитая перед КПП, там беттеры разбитые стоят. Я оттуда их щелкаю, там камни правее, обрыв туда идет. И там на камне становишься, все, они уже агрятся, короче. Одного щелкаешь, второго на что-то ближний бой переключаешь, второго уже принимаешь. И оттуда как раз-таки сразу видно... С этого места, как они бегают у тюрьмы, второй стак, понял? Бегают там, патрулируют. Проснулся. Если они там не бегают, подходишь ближе под тюрьму, и от тюрьмы их щелкаешь. Там поддонами прикрываешься, вообще изи. Был уже рестарт? Так как...
Как бы ты понял, ну, не попадаешь под прилет, когда их там принимаешь. То есть туда газ не достает. Ребята, а был рестарт? Я вроде уже коннекчусь. Сейчас рестарт должен быть. Должен или был? Где-то сейчас вот он идет, по идее. Я уже коннекчусь. Если ты коннекчусь, то можешь прерывать. Ты можешь прерывать. Восьмой в очереди уже можно заходить. Я первый, можно. Я уже захожу. Я за тобой девятый стоял. А если газ упал, захожу, то он сейчас останется, самолета. Да? Я захожу со стороны самолета сперва, понял? Ну вот откуда ты сейчас хочешь пойти, где не прилетает вот это... Палатки? Кладбище автомобильное. Для кладбища автомобильное, да. Там же рядом палатки и самолет. Вот я со стороны залазю на самолет, агрю их, отбегаю к радиовышке, щелкаю их и бегу, лутаю палатки. Там всего двое ходят, один патруль. И потом оттуда как раз дорога идет на этот, на лэпку, и вот со стороны его лэпку. Ну да, ты под лэпкой проходишь, как раз пускает, попадаешь. Нет. В нет, нет, да, да, пускает. 12 ну, человек в очереди, блядь. А потом по правому краю иду, их просто щелкаю, пиздец. Так, я от вас сбегу, через полтора часа от вас сбегу. Что-то я мерзну нереально, нужно сделать костер. Я сделаю костер, пусик набью, там так по идее вообще не, вы, не вытянет. Я там возле зенита сделаю костер. Хера, уже 11 человек в очереди. 7. Ноль. Даже если слоты оставшиеся есть, сервер все равно не пустит всех одновременно, он будет по одному запускать. Я да. Каждые полминуты по человеку пускает. Так, ладно, 3,5 километра, это где-то очень близко. Да, я сразу взял эти два квеста тоже. Поехал, мне клад рассказывал, да, вчера на кабанке, блядь, на военке, сука. Охереть. Повезло, так повезло. Я клад не брал. Ну, зря он безвременный. Типа, самый пиздатый квест, уж он безвременный. И там еда, патроны выпадут. Но после него надо идти обратно, там надо эту микросхему сдавать. Бля. Мне просто сейчас через полтора часа масло привезут, надо идти встречать. Меня прям с завода возят. Чтоб это было твоей самой большой проблемой в жизни, пиздец. Реально. Так, просто видишь, масло все дома едят. И этот, покупать масло сейчас по 160, по 170 рублей как-то не в прикол. А я по 80 рублей беру коробками и нахуй. Паками сразу. Я когда мелкий был, у меня родители занимались, колбасный цех держали и масло сыр делали еще. Ну, в коробке 20 пачек, по 80 рублей 1600, когда я 1600 отдам за 10 пачек. Ну, у тебя в два раза дешевле получается, ну... ты берешь. Еба, и чё, я первый буду висеть долго? А тебе, может, не хватило, кстати, слота, ха. Пока кто-то не откиснет или не выйдет. По я всей видимости. Зенита... костер развел, так что подходите. А мне было мне больше 30 было, секунд ждешь, что значит ты именно в очереди стоишь. Где у вас зенита-то? Да возле самого зенита на входе. А на входе? Ну, КПП. Они, наверное, под горкой, потому что здесь на соборах тоже нет. Вон леса. Ну убивай. Тут тоже болт. Я не вижу. На меня или на тебя? На меня. Все, леса моя. Ну, что неси, будем жарить, варить. Крючки нужны. Возьми, Костя, дорогу. Блять, нахуй ты так пугаешься? Я? Да.
Я чуть не обосрался, блядь. Возьми кости. Дай разделаю что-то. Штаны подшить. Я разделал бы, чё ты? Блядь, он подошёл так ещё, типа, аккуратненько сзади, блядь. Чуть не какнул, блядь. Есть металлические крючки, но я их не хочу. Тут гонять по... 10 этих костей. Шкура ведь не продаётся, лисья, да? Вроде нет. Нет. Нет, не продается. Не вроде, а точно нет. Пусть лежит. Я уже себе плюсик набил. Сейчас мы идем тоже. Я мерзну почему-то. Вот я потому тоже что мерзну, холодно. Потому что поэтому я и костер разжег. Бля, лиса что ли? На кроне лиса ко мне вообще без звука пришла. Так такая да. Же херня. Вообще без звука. Сейчас хоть она услышала. О, это мы. На кость. На этот, кишки. Блять, была где-то и бокситка. Где она есть? Эпоксидка есть у меня еще. Дай мне эпоксидки, блять, каску подчинить. На. Паскуда ебаная, блять, шубанула мне, блять. А если в кастрюле 6% воды, можно мясо сварить? Да, ладно, конечно. Она 2% выкипит всего там. Процента из 100 или просто 2%? Ну просто 2%, без разницы сколько будет. Хоть всего 3% будет, один останется, а мясо сварится. Да и с супом также, типа, сколько воды будет, столько и супа будет. Тут уж извините, у меня он мейт варил, заморачивался, подливал, понял, водичку. А еще можно заморочиться по-другому, можно варить в одной кастрюле кабачки, в другой мясо, в третьей картошка. Ну вот дома на плите, да, на наш на 3 слота. Ты вот сварил, потом пообъединил, долил воды, и оно вареное моментально, только кастрюля схватывается, оно сразу чук сварилось. И у тебя максимально получается профитно. Ну это заморочка, типа. Чисто такой арбуз, ненавязчивый, легкий. Что у меня плюсики не появилось? Я шмаль слышу. Со стороны кабанки шмаль. По-моему, кабанки это, да? Нет, правее, под вами. У меня перестало расти этот. Ой, импа, блядь. Чё перестало расти, дружище? Здоровье. Может у тебя это яблоко желтое или вода? Нет, не здоровье, а это температура перестала расти. Крестик получил? Нет. Странно. Подожди. Вот теперь получил. Ну куда двигаем теперь? На ЦЗ. ЦЗ? Да. Ну все, я получил плюсик, пошите. Че там все жуешь-то? Я? У меня желтая еда, у меня есть еще одна банка. Может, вот наловим будет рыбы? Так сварили же сейчас лису-то, на. Спасибо. Еще мясо горячее. Я кастрюлю в курточку положил, чтобы не мерз... Да.
Я кастрюлю в курточку положил, чтобы не мерзли. Ну, смотри, курточка руинится от этого. Швейка есть, зашьюсь. Баночку попить нашел. Как будем обходить? Ну, через Гришина отправим? Ты же говорил, как ты знаешь, я... Ну, понятно. Без курсов вообще. Пошли, Тём. Проверим этот столик там. Ну пошли. Там бари уже тут. Давай обойдем. Алло. Зомбари этих всех чё. На кабанке противогаз нашел. Ну, на кабанке, на этом. На соборе, на военке. Понимаю. Они то есть, смотрите, эти противогазы, вы... то их нету, да? Ух ты, блин, на меня? Ну, на станыш напиздели. Пока газа не было, я успел выполнить военку. А, ты падла, блядь, у меня патронов, блядь, не заряженный. Да, я ее, тихо. Сейчас сделаем. Бля, у меня стрелы кончились. Надо стрел сделать. Я не могу даже залатать. Блядь, везет. Одна... я шел в самый последний. О, лиса, блядь. Лиса, Ян. Да, блядь, лиса, блядь, предлагаю что-то, блядь, спиздить. И, блядь, заразила меня, зараза, прикинь. Бутылку заруинила. Иммуноглобулин сразу. Ну, если порез дала по тебе эта хуйня, то сразу... Разправитесь можно... с ними. То-то 100% да. Ты заболеешь. Надо ему на глобулин-то, нет? Есть? Есть, есть. Где-то я тут что-то скидывал. Бля, тут чувак лесу убивает. Здоров. Аптечку лутанул, да, уже? Пиздец. Надо разделать лесу. После рестарта думал, хоть аптечки ковырнул. Да, ага. Ковырнул, блядь. А чё я банку пепси забрать не могу, блядь? Кто-то забрал её, возможно. Есть у кого-то ножик получше, чтоб разрезать лесу? Есть, сейчас. А то тут не влияет качество ножа. Это ж не неводы тебе, блядь. Бутылка, блин, обидно. Ну да. Там, гляньте, есть в зомбаре? Как влияет, только в голову ты убивал или куда? Нет, тушка есть тут в зомбаре. А нам по медицине нужно что-то сделать. Такими темпами, блин, я уже без бинтов останусь. Вы меня да дожидайте. Кто там хихикает? Вы слышите это? Женский смех. Противный. Это у тебя в голове. Это Сигрид у тебя в голове. Это Сигрид? Ну да, но это же ее голос. Но если у тебя психичка, то это она у тебя в башке смеется. Кто-то спиздить, надо что-то спиздить сказала сперва, сначала, а теперь смеялась. Уже она там, кстати, там прикольные фразы новые подъехали, я даже не озвучил их, сами послушайте. Может галиком пришвырнуться или рано еще? А рановато. Ждем. Ждем приходов тогда. Вовремя с собора свалил. Да мало здоровья. Я? У меня? Да.
Ну, да, крови мало, это... Мне нечего тебе дать, у тебя своей крови нету? Есть. Она мне нужна на СЗ. Че вы, у этот, у стола? Да, да. У стола, ну, грибок только. Сейчас, погодите, я этот... Вижу. Надо этот... Стрелы сделать. Давай. А что у меня со стрелами? Тоже надо делать. Бля, олени тут были беззвучно, сука, я их спугнул. Вообще звуков не было. Я грибы пока что пособираю. Они должны быть свежие, да? И сушеные можно. Нелушки нету смысла собирать. Да. Нет. Ну, пока что есть, да. Разжечь еще один костер, пока вы делаете. Стрел. Да, не. Помочь вам стрелами? Да, не надо мне сейчас это. Я могу три сделать. Сделать? Ну, делай. Делай, дашь пока. Этому. Надо, блядь, силков нахуярить. Вот три стрелы там, где я ссылку. Что у меня по одежде? Ой, пиздец, она усила разок уже пояс, бля, сильно поврежденный. Броник сильно поврежденный. Лиса больно кусает. Бегу, бегу. Где там болтами-то кто? Вот, я. Там иди. Ты хочешь с нами пойти, да, на СЗ? Да, но я, наверное, думал, может, велик оставить, да вообще сами побегать, если не против. Да, не вопрос, похуй. Помочь вам нафармить. Чем больше пати, тем легче выжить. Нафармить вам помочь. На бейску. У меня она тоже тут гвоздей еще пару пачек в шкаф поставить, чтобы Гибар, там рюкзаки так бы приоточить. Это прекрасно. Пиво. Чай. Пиво не в пизду. Чай. Кофеечек. Чай. Кофеечек свежесваренный пиво. Руки. Я сейчас, ну, я немножко там. О, нихера запело в голове. Пару бокальчиков пива. Так. Прикольная песня? Пил? Да. Я прорал пиздец тоже. Про три, да? Это какая-то инстасамка, наверное, поет, или кто-то по такое подобное. Нет, там про три руки, слышал? А у шамана, у три, шамана руки, это... три руки. Ну, это про шаман три руки, это да, но есть еще другая песня, она поет. А, нет. Ну, у меня же там... первая психушка, я в том сезоне один раз только играл и умер. Сам себя убил. Велосипедом. Бывает. Так, ладно, потопали в этот, как его называют. Где встретимся? Пошлите, до зуба-то дойдем. Бля, это, ну, не зуб хуевым. Это не зуб, это. Ну, это... гномий. Гном. До гнома пошли дойдем. До гнома. Пошли до гнома идешь. Дойдем. Не вопрос. Тебе так не кажется? Мне это. Кто? Ася, тут просто Сигрид нет. Шепчет. Она влюбляет в себя. В себя людей. Ага, особенно историями про маленький писюн, блядь. А письку, а не писюн. Письку, да. Надо важно понимать, что писька и писюн. Волосы неприятные. Как она выглядит, я не знаю. Да, вполне, кстати. Да и выглядит нормально. Да и выглядит нормально, да. Нормально. Ебабельно. Как говорится. Простонародье, блядь. Хорошую дал оценку, блядь. Да, это, по-моему, лучшая оценка для бабы, ну, типа. Да-да. Если ты хочешь бабу. Никакого контекста злого не несу. Блядь, надо как-то подгадать, чтобы я сами смог на СЗ сходить. Потому что я через полтора часа, если пойду... Я пойду минут на 20, блядь. Так это нормально. Ну,
Вот, так что мне все равно надо как-то это подгадать, чтобы я с вами пошел, а не просто вышел и потом потерялись, блядь. Этот смысл в чем? Ты еще на СЗ за этот сезон сходишь, блядь. Знаешь, сколько туда раз надо сходить? Чтоб химзу нафармить там. Если сигала передол в кололу, все равно висит эта херня, значит у меня уже много было этих. Вторая, дофига уже. То есть надо еще один галик найти. Да. Это там, чтоб, ну, чтоб не спиздеть, я раз 5 ходил, 6 там, не сильно много. У меня химзы было просто-напросто. 3 фульных комплекта. И чисто перчаток не хватало, штуки 5, чтобы было вообще. А это я не с тобой менялся случайно? На первом? Да. На перчатке что-то менял. Шапочку на перчатке, что-то такое. Может быть. Или ботинки. Ты мне еще в нагрузку ботинки дал. Нет. Ну или кто-то с твоей пачки, значит, был. Может. Ты не один же играл, да? Ну я да, не один там этот. Я не знаю, Байконур, Санек, блядь, играет, не играет, блядь. Играет в DS, нахуй. А ну-ка, блядь. Я сейчас вернусь. А ну-ка, блядь. Сейчас пизды даст ему, блядь. Подошел, сука. Да иди на... Ты где шаришь, блядь? Почему не с нами, блядь? Да, нахуй, да. Че, не в пачке, блядь, ебаный. Да я хотел соло побегать. Ты че, охуел, какое соло, блядь? Я тебе, блядь, дам соло. Отбросить эти замашки, нахуй. Ты что, не мужик, что ли? Я самого долго, блядь, очень долго. Вот я сам эти дни играю. Объявился парнишка, с которым я играл, что-то опять пропал. Чем тестером проверяют? Да-да-да. Бля, я все на базе выложу. А чё у тебя опять? Да не, я Гала вколол, хотел посмотреть, сколько у меня там еще. Так он тебе не покажет, сколько у тебя будет. Начальный, средний и там какая высокая. Там количество агентов не будет, да, показано. Да-да-да. Это электронный. А ты где сам? Я, короче, возле этого, возле кабанки и военки этой кабанинской. У меня есть тестер с собой, я нашел в медицине один. У меня на базе я есть. Я далеко слева на севере. У металлурга. А, на металлург. Ну я, в принципе, в ту сторону собирался двигать. Что, ребята, непонятно. Я сейчас на военку захожу, которая рядом с металлургом. Понял, понял. Мы все равно, наверное, сейчас пока... Я думаю, что мы сейчас пока в гномии, потом, наверное, до Гришина. До... Всё. Здорово, пацаны. Здорово. Разъёбано. Народу, ебать мои колеса. Ну так, вот этот, смотри, этот... Тут еще два пацанчика, получается... Из пачки. В общем, это, ты залетай на третий сервак, пока мисс немножко, облутывайся, начинай. Да. Если что, я за тобой прискочу там, или этот, собираемся, вот так же самое. Смысл в том, что я узнал, я стартанул... Я барабан нашел на своем. Я тоже барабан нашел на своем. Я стартанул на первом, понял? Ну, нормально там, все, думаю, это. А купил потом... машину, посмотрел, думаю, да ну его нахер. Да, так и было, братан, я тебе отвечаю. У кого сайгата? Я понял. А тут старого. Чтоб я так жил, блядь. Андрюх. Ау. На. Хуй на. Да у меня есть барабан, его хватает. Так, я зеленый, короче, родился. Ну так, ну ничего, это нормально, заходи, в общем, облутывайся. Мы хотим сейчас уже на СЗ зайти. Ох, нифига вы, это ты сколько уже? За сегодня так? Под это? Да. Да они бомжи, это понты все, блядь. Не думай. Так, вы чё меня, блядь, это, подъёбываете, а? Не-не, он-то топик, ты, это остальные. Как школьников водит. У него кастрюля есть, да? Ходит их за ручку за собой водит. Этот, кастрюльку я отдал, кстати. У кого СКС-ка? У меня. На, держи. И этот, в общем, стартуй. Этот, мы сейчас уже почти на кодлок налутали за сегодня. Херовый, блядь. Этот, у нас база будет. База сегодня по любасу будет.
Да ладно, бля, уже гвоздей на килограмм. Не, ну гука этот гвозди. А что гвоздей там лутать, господи? Самое простое это гвозди. Да. А вот 5 рублей нафармить это самое долгое. Этот. А, конечно. Самый кайф же стартануть. Это вот для каждой тряпочка, блядь. Да, да, да. С берега это особый кайф. Да, 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 да. Надо сматываться, с гномьего сюда прилетает. Да, даже когда это, блядь. Да, прилетает? Да, 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 прилетает. Гномик прилетает. Спускайтесь. Двоякое чувство. Ну давайте тогда здесь не за лут, этот, не задерживайтесь. Нам надо сейчас... вниз. Да, с ИЗ. Там ниже там... есть вагончик, там можно перекастриться. Пошлите в лабазу. Вон прямо есть лабаза. И этот, и нам надо за Саньком еще будет идти на берег. Не-не-не, ну, не надо, я сам дойду. А, ну все, вопрос. А что, вы с одного зуба два барабана подняли? Да. Not bad. Один ушлепанный, второй пристин. Мое почтение. Ну, с ушлепанного ну, патрончики-то выдавил, да и все. Ну, там красные, так я отдал им. Да я отдал. Ну, этот, всегда красные в найденных магазинах. Ну, зеленые что-то не попадаются. Зеленые только в спавне. Надо лесу сварить. У меня леса в этот в кастрюле. А, ну, давай. Тебе нужно костер разжечь. Ну, я до озера спустился. Вы где? Ну, мы возле озера, там это твоя. Мы идем к лабазе. Так, это. Пабе. Охотничий. Охотничий. Лабаза да. Называется. Охотничий домик. Есть охотничьи вышки, ай, есть блядь. Вот эта вот лабаза, есть этот. Охотничий сука. Еще идти. Там охотничья вышка, когда вниз спускаешься, а левее там есть вагончик. Там на пороге костер ставишь, переногу делаешь из палок и варишь свою лесу и спишь там попутно. Можно даже дверь закрыть, чтобы тебе никто не зашел, там волк какой-нибудь. А, так вы, подожди, это... вы на каком озере? Ну, мы, ну значит, пруд, дальше, пруд, дальше. Называется пруд. Это западнее. Мосинка у кого? Вы возле... А, все, я понял, я на глазах, а вы на пруд зашли. Старый, у меня есть этот... Надульник на Мосинку. А у меня глушитель на нем. О, наконец-то бомжи, блять, пиздец. Все объездил в поисках вас, блять. Под выбором наконец-то попались мне. Никитос, организуй отцу. По 50? Да-да, видимо. Да. Ой, у меня вечером сегодня будет 3 раза по 150. Ты этот, Сань, в понедельник, да, стартуешь? Ага. А я субботу-воскресенье работаю. Как, кстати, многие. Янчик тоже, да, ты работаешь да. Субботу тоже. И ну, у меня. Понедельник, уже... вторник, вчера. Дальше пойдем. Ну я воскресенье понедельник. На Алтае нету этого нормального этого. Железа. Ну ничего. Здесь... Это только 24 сентября приеду где-то. А тут-то что осталось-то? До 24-го, ну да. Но. Херня. Вон, возьми у меня картошку и грибок. Тоже свари. А чё треногу не сделали? А нахер вы газ тратите, если у вас костер горит? Треногу от баллона избавляться надо, он этот уже поношенный. Баллон сильнее хуйкает, кстати, тару. Ну, типа кастрюли, сковородки быстрее убивают. Тоже не вторая кастрюля есть. Очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Да их можно чинить, это вообще не проблема. Да. Ну, даже двумя способами. Не, ну, а если там нечем, то как бы... А? Если нечем, если нет, там эпоксидки или стали жидкие. Есть эпоксидка. Зашел в лагерь, сразу 3 комплекта ремонтных прицелов. О, новая электрика? Не-не-не, но новая фича. Именно этот, теперь прицелы... Да, оружие. Чисто прицелы. Чисто прицелы, теперь... Он починил. Починил он же вроде, что этими... А или прицелы тоже оружейным типа набором? Электрика. А нет, специальный прицел. Набор. Набор. То есть, да. Специальный прицельный белый. Набор. Да, белый. У меня же такой есть. У меня таких не попадалось еще. А что с пустыми этими? Ну, банками нужно делать.
Ну там флягу, нож и светильник. Его бензином заправлять надо. 6 тряпок. А как флягу сделать? Ну, объединяешь два кусочка с пустой банкой. Только выложи с банки все. Будет фляжечка. Но она небольшая по объему, да, 650 миллилитров. О, ни хрена себе, бля, этот, краски вернулись, я этот. Кровь поднялась. Угу, кровь поднимается. У меня этот, кстати, этот, слышишь, Сань, пацаны топовые. Этот, бегут, этот, туда-сюда, этот, на них агрится, ну, как загрелись, а бомжи на меня летят, понял? Я уже запарился пиздюлей выгребать. Мы его как мясо... выловил от медведя, нет? А, мы его как мясо используем. Да-да-да. Не, а и этот, и Мишка меня сейчас тоже сегодня чуть ли не положил. Я на него... Этого нету, как его называют, приклада на сайгу, понял? Кому фляжку дать? Какую? Если спишь на улице, пацаны, рядом с костром, твою, не блеешь ведь? Твою нижнюю точку, короче, это, да? Да. Нет, нормально, с ними флажка. Интересно. О, фляжка. Сделал, да? Да, разговорочка. И ничего. У меня тоже баночка есть. Слушайте, а почему можно эти консервы открывать там, если ножа нет? Там об стенку об или камень? Хоть... Об камень. Потереть можно, да. Камень, да? На, кстати, этот банку. Да, еще где-то из-под колы еще банка была. Правда, у меня и консервы нет. А, я ее полезу. Скоро ботинки по пизде пойдут. У кого? Старика. Ну да. Да не, еще поношенные, поврежденные, этот нормально. Они живучие, это нормальный. Надо этот отвертку залутать, починить. Тихо, пока мы тут... У нее маемся, я попробую что-то словить, Бурим. Ну давай, чё. Эй, не расстреливай мои патроны, блять. А мне вчера на кумыр не сказали. Как он встал, его с мосинки уложил маленькая... через куст, наверное, урон срезал. Тут еще и бегает с голой жопой. На кумыр не сказали, что у тебя маленькая писька. Писька, да. Я же говорю, что почему писька, а не писюн? Это странно. Ну, блять, бабский этот прикол, ладно. Ну, баб же писька, блять. Ты у них пёс, блядь. Да, вот. У них писька, а вот у нас писюны. Разница, по-моему, колоссальнейшая просто. Этот, тут же это, весь день сегодня обсуждают, понял, новые эти... Психички новые. Психички, что вы это. Пойдем в лес? Там баба в лес все зовет, говорит. Да, что там такое, нормально. А я чей-то стрим смотрел, тоже поржал. Так, а получается у нас Ян с Англии, а Пинг ты откуда? Пинг. Сейчас ударю нахуй Пинг, блядь. Ладно, Костя, где? А ты откуда? Подскуда, блядь. Иди сюда, блядь. Эй, охуел или чё, блядь? Не бейся. Я до тебя ударил, а ты мне, блядь, нахуй заруинил, сука, полевой жилет, блядь, и ремень. Охуеть, блядь, стрельнул. Чё там? Придурочный, блядь. Меня ударили, я стрельнул. Я его ударил, он меня шмальнул, блядь, и пол хп вниз, блядь. Вы писями или пиписьками меряетесь? Кого лещом ударить? Мозгами, видимо, блядь. Всё, угомонил. Тут стоим. В таком случае. Блядь, а жилет ты не чинится с швейкой. А вы не подерётесь, а вы не подерётесь. Найдем есть? Отвертку, ничего страшного. Что такое слышать? Жилет подтянить отверткой. Ладно, швейкой. Ну, надо же скорняк теперь ему сделать. Ага. Ну да. Взял ремень, заруинил, блядь. Прям заруинил? Син, бэдли дэмэдж. Ну, швейку возьми, ремень швейкой чинится. Спасибо. Вы обращайтесь. Надо было с топором тебя ударить, блядь. У меня и хп, и так. Волшебная пиздюлина называется. Этот, у меня хп и так, блядь, этот, желтая. Ты меня еще пиздишь, блядь. Было бы за шоу, убил бы, да? Вот это Да. Не, мне тоже этот, кстати, надо этот починиться, этот. Надо что-то придумать с починками, блядь.
У меня две швейки есть. Ну, швейку я могу сделать. Ты мне не дашь, да? Ну, швейку почини и этот, как его называют, ремень швейкой, там, эту хрень. Рюкзаки и ремни почините в первую очередь, самое главное. Дала тебе швейку, на. Карнавальная маска. О, какой красивый, блядь. Не, он просто стрельнул в полевой жилет. Полевой жилет поврежденный, ремень сразу badly damage. Вот не сейчас, блядь. Ладно, ремень второй был. Этот, я понимаю, да. Этот, туда-сюда, ну, а зачем ты меня ударил? Голова повреждена. Вот зачем ты меня ударил? Ну, пошутили чуть-чуть, а бить у персов нельзя. Никогда этого не любил и не надо этого делать. Все. Осуждаю. Да, осуждаю. Больше так, жуй, не выеживайся, на. Да, этот, в общем, этот, ладно, хорошо, за то, что я тебя испортил твои вещи, и приношу свои искренние извинения, но еще раз будешь так бить вот так вот просто, буду так же само стрелять. Сорян. Еще раз обзовешь меня пинком, я тебе прострелю колено. Вот, видишь, драться не будет, вот что ты будешь делать? Он же не будет драться, ты же его предупредил задраться. Да. Так, я пионерку поднял тем временем. У меня есть дома магазины. А без прицела, блядь. Осмелюсь спросить, а как тогда твой этот читается? Не пинг, панк, а по-другому. Это панк читается. Панк. Ну, панк, да. Панк. Блять, вот вы как будто не старые панки, слово такое не знаете. Пиздец, блядь. Я вроде помоложе по голосу там. Судя по всему, и то знаю, блядь. А то я могу пунк. Пунк это тоже нормальное, типа. Пунками называли панков. Хорошо. У меня пинком, блядь. А где? Ну пинк это уже мое почтение, конечно, извините, блядь. Это перебор. Я с Кировской области. Россия. Киров. Интернационал, блядь, Россия. Кому воды опа. Надо. А где мой ножик? Не знаю, ладно, этот. Ну чё, этот, у вас все нормально? Дальше собираемся идти или да, как? Идем дальше. Тебе воды дать? Не, пока не надо, ничего, все есть. Кому налить этот воды? Кагу. Я сейчас сориентируюсь, где. У меня есть вода. Есть вода? Есть. Ну, пей вода, ешь вода, срать. Короче, увидите какие-нибудь ножи, берите, потому что у меня один нож остался. Тоже уже не шип. Так, ладно. Гномский замок мы вот здесь, вниз по речке, вот туда. И потопали. Где у нас водичка? Дайте вот туда нам надо. Дайте перекурим. Курить хочу, пиздец. Блин, мы здесь торчали, хреново тонну. Ну кури. Давайте я быстро. Тряпки есть у кого-то? У меня 4 тряпки. Дай мне, блядь. Бегаву за лутыши. Делай. Сука, перчатки. Тряпок у них, да? Нога. Пойдет? Даже перчатки. Пойдет. Я сам в охоте. Боевые небось еще. А я поднял, кстати, эти тактические. Ну, у них утепление не важно. Да я ему дал перчатки, все нормально. А сколько там? 4 тряпки, да, надо? Две перчатки? Одну, две просто две перчатки в руки берешь, две тряпки и делаешь перчатки, все нормально. Нифига у меня самодельный, вот, все. Ты хоть расскажи, где заспавнился, Сань. Черно? Черно? Нормально. Ну, пока еще не жратвы нету, короче. Горлом все просох. Салопановый пакет дрявый. Короче, жопа полная. В общем, всю холодильник проебал. Все как всегда. Все как ты любишь. Все как мы любим. Постоянство – признак мастерства. Да. Но на первом я уже там чуть-чуть, Да я на первом стартанул нормально. На первом стартанул, я слился, понял. Получается этот. Была пауза вчера. Кстати, это сегодня мы стартанули. Вчера мы стартанули здесь уже так.
У меня перц там был, я вчера стартанул, блин, ну все было, я уже две пачки такистанцев завалил, только завалил, и мне позвонили со школы. Ходите из Дейза? Ну нет, просто позвонили со школы, и пока я разговаривал, меня зомби забили. Ага. Ты, наверное, хоть романтика. Хуями напосылал. Не, просто-напросто я себе... Опиздавали, на. О, рис. Рис. Рис сушит, да? Угу. Ой, его да, лучше да, собрать стак и сварить. Вот тогда тема. Кашица будет. Да тут как сварить-то, блядь? Тут бы как бы сейчас кони не двинуть. О, я тут ну, раньше... Ну, жри, если колонка рядом, это пьешься. Ну, не рядом. Я, сейчас... я в прошлом дом, вайпе дом, здесь дом, жил, дом. В этом районе. Опа, зомбя, давайте левее. Нахер воевать с ними. Я уже устал, блядь, люлей получать. Опять я четырех волков разделал. Ты на СЗ с нами идешь или нет? Да, сейчас до дома доеду, велик поставлю, буду двигать туда на север, как раз через этот, через Лопатина срежу. Можно день в Гришино встретиться, да и все. Да, не-не, нам надо будет, мы сейчас этот... Ну, так и станции задержали, я бы уже доехал до базы. Ну, а если так и станции сейчас поймаются, я тоже смотрите, буду... Смотрите, 50 минут осталось. А, беспонтовые 356 гребней, без выхлопа. Я тоже в 3 часа отъеду на 20 минут, мелкого со школы заберу. За тобой кто-то побежал. Да не, вон он вступил. Так. Бля, что-то газ так долго на военном. А, ребята, висит. Не, меня через минут 20 забирать будут. Поработать о, надо. Тоже, видишь. Уже, блядь, начало пятого. Я думал, часа три. Вот прям вот там вот внизу у нас база была, где березка стоит. Так давай сразу тогда на СЗ идем и напрямую, если он с нами не идет. Сейчас. Меня тогда не ждите, да, я только теперь, наверное, в понедельник. Или после того, как мы вернемся, уже сходим. Давайте, да, этот, сейчас все дела сделаем, после пяти уже, этот, в полшестого соберемся. Ну или там во сколько, часам к шести. Ну я тогда, я посижу, поиграю. Да я... Ну я бы остался, но я лучше сегодня, минут. Завтра поработаю и закончу, в воскресенье на море поеду, чем вот это... У него страдать. Мелкого со школы забрать, это 10-15 минут. Ну, нормально. Ну, у меня так же, что, тоже там масло забрать и все. Тоже мелкого. Ну, пак давайте, мелкого. Давай тогда реально. Море, ты рядом с море живешь? Я крымчанин, симферополец. А-а-а. Я всю жизнь в Крыму прожил. Хорошо да. Там у вас. У нас не просто хорошо, у нас охуительно. Я был в этом году. Я турист, я в горы хожу, я посещаю летом, это must-have такие, как мыса Я, это горы, лес и море, три в одном комбо-брейк. Зимой ходим на турбазы, там, на Караби. Это в этот раз тут никто не построился почему-то. Моря нет. Но где море нет? Водохранилище, горы есть недалеко. У меня симферопольское называют Симболото, большое водохранилище, оно беспонтовое. А этот, а чё, ты, подожди, в Симферополе живешь? Да. А, ну, понятно. Ни разу там не был. Там откуда? Хорошо. Ну, Симфер, да, так в целом, кайф это, южный берег. Все, что от Севастополя до Судака. Ну, я в Арджо езжу, в Арджо Никидзе. Арджо, да, хм. тема. Этот, я джаз-фестивали посещаю, там вот это все. Этот, мы с тобой соседи. Насколько? А мне вчера на мост сказали. Ребята, буквально, там какой-то буквально квадрат. Вон кто-то внизу у нас строится. Может, подойдем, посмотрим, что там есть хорошее. Да пускай строится. Там никто что не ты... строится, там просто квадрат стоит. Может, гвоздей можно там собрать? Вон. Нет, там построенный дом внизу. Да он внизу, он этот, нафиг, пускай этот, нафиг, этот, чужие базы, я против платить. А там построен, мне казалось, там просто... Да-да-да, нет, там нет. Просто внизу так, в да, ямке. Низинка, этот, мы соседи через мост. Через мост, это Краснодарский край? Да, у меня до моста сотка. А, ну, а мне до Керчи
200 километров получается. Где-то 200 километров, да. 180 это... километров, по-моему, там с... ну, точно быть. На прошлой работе туда у нас этот, ездили машины, этот, там рядом Мраморный есть такой поселок. Мраморная есть, у нас их три, по-моему, в Крыму. Мраморный, Мраморное. Мраморное это недалеко от Симфа. Ну, тот, который Мраморный, там, где красный... Где Мраморный каньон именно добывают. Да, да, да. Это красный... между, короче, между Южным берегом и Симферополем. Да. Говоря, на полпути. И это, да, там чуть-чуть опускаясь этот, от Симферополя вниз. Этот, долина дом... называется. Домики вся первые вот появляются. И этот, получается, этот... ну, я знаю, ты сто пудов слышал город такой, Славянск на Кубани. Как? Славянск? Да, Славянск на Кубани. Славянск знаю, да. Слышал. Я не был, но слышал. Кубани это другое. Славянск и Славянск на Кубани, да, разные два города. Два разных города, да. Я зашел на военку, вообще нихера нет. И этот Славянск на Кубани, этот, получается, это прямая дорога. Там сейчас еще этот Тавридуш построили. А сейчас М4 соединяют с... мостом новую дорогу строят. Потому что строят. Актуально. Потому что актуально. Пойдем в Гришино? Да, в Гришино сейчас этот, вы сейчас разбежитесь, я по Гришино полазю, чуть-чуть посижу. Так я еще через 40 минут. Так я так же. Можно Гришино это пролутать? Можно. Можно Гришино. А с какой можно стороны ты хотел зайти? Я хотел с той стороны зайти. Так с дагестанцев можно зайти. А что из камуфляжной сетки делают? Нафиг она? Нихуя. Она нихуя, не режется даже. Даже не режется, выкидывай. Ее только палатки можно накрыть и все. Палатку накрыть и пиздец, да. Да, мы этот, прошлый этот сезон тоже с Саньком натаскали, там таскали этот, что-нибудь этот, туда артачить, никуда не артачиться. И только палатку накрыть и все. Зима будет, гелики будем делать. А. Так он не режется, ничего не делается, Сань, с ним. А, не режется, да? Подожди, а гильд-то вроде делали на первом серваке, нет? Гильпонча? Не-не-не, это ты перепутал. Есть сервера, где делается? Ну, не здесь. Сетка-то, эти-то, есть же? А, во, мы сейчас этот, кстати, этот, тебе надо, этот, починиться, и этот, полутаем в дверке. Да, отвертки нужны. Ну, Костян, полутаем эти, нормально все. По калиткам пройтись. Да, да, да. Да. Посмотри, такие станции еще могут быть на этом, на заправке. На заправке, может, будут, блин. Я тут охуел тогда, блядь, от них. Попал на четверых сразу, то есть задвоенные были. А ты да, на шестерых не попадал? Не, так на четверых. Мы попадали. Я с четверыми еле... Я с четырьмя-то еле справился, что они были все с эмками и калашами, блядь. А тут уже жирные должны да. быть. Ну да, да, это ж север, тут уже будут ржавые. Жирные должны быть. Надо ебсти, блядь. А, подожди. Так вы, если сейчас, этот, мы сейчас Гришина разболтаем, мы этот, а я туда в Запрудный пойду. Гвоздей пособираю. Как мы с стороны заходить? С северной стороны будем? Веревочку. Да, с северной стороны оттуда. А что заходить. Ты калитку-то не обыскал? Я? Хороший вопрос. Главное, актуально. Уже поздно. Я что-то этот... Я карабин нашел. Карабин сейчас актуально, когда у нас уже... Задело. Не, карабин все равно нужен. Мало ли сейчас найдем этот. Куда карабин вешается? Я 4 слотика сэкономлю с перчатками. И это. Что, Саня, а этот базу зря по дороге по какому плану же будем строить, да? Ну, в том же месте, в смысле? Ну, в том же месте и примерно так же само, да? В тот же час. Убери ружье, Ян. Почему? Чтобы, ну, они, чтобы они на нас не согрелись, ну, заранее. Надо побольше ставить. А не, поровнее, ну, побольше... чуть-чуть надо подальше, там, поровнее участок выбрать. Да, этот, как его называют? Да, чтобы сделаем мы. Так и станции спереди. Я не вижу их. Повезло. О, белые стоят. Где? Белый стоит у заправки, вон в бронике с белым. А, все, увидел, да, есть. Мяч есть. Прогрузите, да, не, он с это, вон они двое стоят слева. Прямо.
Ну чё, кто, у кого еще? У меня нет дальняка, меня стреляйте вы. Стреляйте вы, у вас дальняк есть. Ну туда понеслась. Ох, ни хрена себе. Присядь хоть. Мочат. Да положат. Хороших пушек. Я Андрюху прикалывал, меня зажали. Один с ТТ, второй, блядь, с метлой. Штаны, опа, мы сбили, ни хрена не долбят. И с эмками, видимо. Меня веником замочили, короче. Блять, я снял наушники с себя и зомби подкрался ко мне. Ну, 15, ну нормально, я сейчас как раз успею там поставить на базу. Блять, стой. Давай, ты еще тут блядь. Я по одному попал. Я обхожу. Блять, а как я его не убил? Предлагаю. Куренты бегают. Угу. Нормально, этот, поднимайте вот здесь. Я семь. Второго не вижу. Второй где? Только по мне не стреляйте, я их обошел. Со стороны горки. Нашли, убили? Нет, еще одно. Одного положили, второго не видим где. Я обошел вообще с другой стороны, не вижу тоже. Машину вижу. Мне кажется, я одного завалил. Пионера кто-нибудь с хорошим прицелом забирайте. Давай, я сейчас заберу. А, нашел его. Нашел? Нокнул. Это ты лег или он? Не, я нокнул его. Сейчас я постараюсь подойти к нему. О, цыган, ой, этот добил. Добил? Пионер. Добил. Все хорошо. Сейчас мне нужно штаны подобрать, мои. Че спрашиваешь? Где-то тут был, вот он. Я за штанами. А талибов вообще сложно убить? Как, ну как обычного нет. Игрока. Сложно убить обычного игрока. Тут на пионер магазин есть, если кому-то надо. Надо, я подобрал сейчас. Сейчас там вот по дороге, если пойдешь, увидишь. Издалека они мажут талибы. Но... Да нихера мажут, штаны, блядь. Штаны вон сняли сейчас. Да. Ну талибы, а вот армейские, которые боты на военках, те еще поточнее будут, так что. Блин, этот тут бизончик этот нашел. Бизон, отдай этому Яну, у него патроны под бизон. Нормально. Бля, у меня магазин дома лежит под бизон, я его все не могу найти. Ребята, а вы мои штаны не видели? Случай? Ну где тебе их сняли? Да, там да. И смотри. Ну так примерно здесь и сняли. А, ты добежал уже, ищешь? Да. Ближе. Это здесь сняли. Ближе. Это вот здесь было все действовать. Вы сами встали, как два этих, как два суриката стоите. Мне, чтобы за дерево встать, так они по вам и херачат. Вон ну тут, да, вот, надо вот, за деревом нашел. Стоять. По кому-то еще попали, вон тут батарейка с дезинфектором. Так, ну нам осталось на кодлок 220. 6 рублей. У меня 48 есть еще рубликов. Если штаны найдете, вот скажите, где пока что голый. Да в смысле? С голой жопкой. Ну, штаны а ты свита подобрал? Да, свой. Они руиненные. Так, держи бизона. Здесь 22 патрона. А куда мне его, блять, брат, посунуть вниз? Сказал. Ну сейчас штаны найдем в полицайке там, не знаю, где-нибудь найдем.
Надо зеленые патроны. Я поехал обратно на Кумырну, я полный мяса и шкур. Доехал до дома, чуть-чуть не доехал, короче. Ты там пришел. Там без гвоздей все равно делать нехуй. Противогаз так. Снять с него нельзя, нет? Не получается. Не, нет. Так, не, не, не. Кто пионера себе забрал? Я забрал. На этот еще. Патроны надо с магазина. Держи. А не подлавливал никто на военках бота, когда он перезаряжается? Не киляли так? Не. Знаете, что с него выпадает магазин, типа его можно забрать? Mm-hmm. Вот если он из рук у него именно в момент, когда вот он его вставлял в ствол, и ты его убил, то этот магазин ты можешь себе забрать. Не. Если чё, имейте в виду. Ну, если тут на анимации подловил его. Тайминг такой поймать, блядь. Ну, на анимации, ну, это непроизвольно, иногда получается, просто не забывайте, да. Что его можно подойти поднять, это магазин патронов, как бы. Он тут заряжает обычно фуловый магазин. Ну, да. Так что это, имейте в виду тоже. Я несколько раз выхватывал такое. Ну, я на кабанку там по КД ходил. Кому, а чё приклад-то на Сайгу не взял? Где? Он лежит. То разве приклад на Сайгу? Да. На, ну. Он лежит. Блять, я чё лежат? Не-не-не. Речная накладка только и все. Да сейчас найдем штаны по-любому. Полицайку зайдем. Кто направо, кто налево? Так, давай я иду. Я по левой пойду. По правой пошел, но не пошел туда. Сходите в этот. Давай я на колхоз схожу. Да, если штаны найдешь, кликни, я подбегу. Ладно. Так, и эти лутаем хорошо. Эти надо схорнячки. Отверточки. Да, отверточки. Ну здесь, блядь, бегали недавно. А нахер тебе скорняки? Ты либо убил, одел его ботинки и все, блядь. Не, брат, этот, у меня этот поврежденный этот разгрузка. А, разгрузка? Я пока еще ни одной калитки не видел. А попробуй эпоксидкой, кстати, разгрузку. Она может как плитник чинить. Нет, нет, скорняк только. Блять, нашел листы железа. Скотча нету, попробую. Вот я не помню, листы, какие-то разгрузки чинились скотчем тоже. Три листа железа нашел. Ну, я сегодня 20 листов нашел. Ну, в Гришино все возможно, можно найти этот скотч. Так что скотч ищи. Скотч. Ну вот вы уже ходите в третьем тире, где скотч валяется, да. Скотч разгрузку тоже не чинит. Ну, некоторые, я помню, чинились, не все. Я нашел чинится, что-то охотничий нет. Жилет, если кому-то надо. Он на 35 слотов и чинится швейкой. Да, да. Топчик вообще. Для тебя, для человека, который вносит, ну, разгрузку, типа, это идеальный вариант. Только у меня швейка одна. Ну, швейку легче сделать, чем скорняк. Ну да. Короче, есть что в колхозе. А скотч самодельный можно крафтить. Это тоже, да, самая тоже функция, знаю. Как и такого. Да, да. Охотнее, чем в магазине. А где вы сейчас? Гришино. А, как с другой стороны. Крафтить? Пацаны. Ау. Скотч как крафтить? А, скотч крафтится, получается, 4 коры, Сань, и нитки. Ну, вот этот. Вот. Понял. Понял. Пряжа. Пряжа и смола. Угу. Алло? Алло, что, выходить уже? Выходить? Дойди, дойди до меня, до калитки, мне на хату закрыть еще. И даже комп еще не выключал. Да, и он тип на велосипеде. Давай. Залутал все. Если повешаю, вижу. Ну что-то осталось, что вы? Зомбари.
Мне нужны штаны. Какие-то я в руках ношу, все добро. У тебя именно заруинились, да, штаны? Взяли с меня. Сейчас все в ментов. Эти могут. Так, разгрузка еще в колхозе лежит. Если кому-то нужно. Штаны на 12. Ну хоть какие-то, что ты? Сейчас, может, тут же найдем. Смотри, там зомбарь за тобой пошел. Сейчас я его сниму. Там же его хуяч по полной. Две кастрюли нашел, жесть. Я тут буду все шмотки разрезать на тряпки. Эти столько тряпок. Да у меня вообще их нету. Нашел металлическую проволоку. Ну, металлическая, этот, на 18 штаны нашел. Сейчас заберу. О, веселее. На 20 нашел штаны. Так, вы, короче, город лутаете, я пошел к церкви туда. А вы в каком районе-то? Гришина. Мы Гришина, Гришина. Так, я кого-то медведя слышу, что ли? Недобитого. Андрюха. А вот того самого. А. Недобитка, блядь. Шатун, шатун. Недобитые называются. А? Шатунами. Я в Гришина находил неоднократно ножовку по металлу. Это вообще хорошая вещь. Ну да. Это офигенная вещь. Две или три штуки находил туда. Охуительная в прошлом вещь. Вайпе тут. Это четвертый тир, все, что четвертый. Все, что вокруг СЗ. Нашел скотч. Ну, шикарно. Так, мужички, до понедельника получается. Давай. Ну, я всех обнял, всех обнял, приподнял. Хорошо, давай. Вам выживания. Угу. Лута вам пиздатого, ботов не а диких. Вам, а вам поработать хорошо. А это мы всегда. Давай. Давайте, удачки. Пока-пока. Давай. Нашел скорняк в этот заводской. Ну, вот тебе с этой чинись. Я уже поменял этот разгрузку-то. Бля, ну тут тип все залутал. А там вы сандали поменяли у этих ботов или оставили там? Только он лишь. Я не переодевался, у меня еще сандали с собой есть они. Я пойду тогда до ботов схожу. Там сандали они... были у них? Были. Пойду за. Сейчас тут все порезал уже все. Бля, из зомбарь-то. Вот колонка не работает, да? Ключик надо. На берегу только вроде работают. Да, Кумырны. Ну, в Могилевке еще работают, а выше нет. Ключи нужны. Да-да-да. Ай, зомби, пират, ты за мной бежишь. Блять, ударил меня два раза, блядь. Как ты так меня бьёшь, блядь? Три раза, блядь. Могу рассказать. Ты не откисни давай. Я не откисну, но, блядь, это пиздец какой. Он тебя повышибает сейчас, поруинит, блядь, вещи. Да уже я смотрю. Руки да ничего я... взять не могу. Блядь. Угу. Никитос, там баба, поди маме, скажи, баба давала попробовать этот ветчину, так какую-то там вкусную, пускай ей. Ребята, я не могу забинтоваться, я ничего в руки взять не могу. Ты где? Бля, у тебя это, бак рук. Где? Подпрыгни. Я уже прыгал, попробую. И кулаками бил по воздуху.
Че ты, Андрюх, поможешь ему? Ну я бегу. Ты где? Я возле далеко. Эти машины. Я мы этих. А ну я понял. Ты ему с ноги пни, у него разбагаются. Да бей. Два варианта. Или сдохнем, говорит, или. Ну вы что с этим? С Александром вдвоем пойдете что? С берега. Саня веселее. Да, я уже даже глушитель нашел. А у меня кровь уходит просто нереально. Постой. Ладно. В руках у тебя... Топор, блядь, какая-то... Топор, да. Ну ты не течешь. Я секу по полной. Блядь, ты не течешь, я тебе не могу этот... Подожди. Видишь? И вон мне сколько... этим спиртом меня лечи. Сейчас сразу этот, давай забитаю. Сколько у тебя порезов? А, еще один. Доча. Дочь. Сашка. Видишь вон тот лес справа? Иди сюда. Говорят, там можно спиздить моды. Видишь, там лес справа. Моды, дашь мне спирта? Угу, да, 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 сейчас сделаю. Вот я скинул. Ага. Что-то все плохо по еде. Нет, еще есть. Блять. Опять желтый. Я не могу этот, ну как, нету такого. Перезаходи. Сейчас я ботинку. Лишь бы не сдох. А то может забагаться и помереть. Да там они могут уже пропасть. Думаешь? Ну, сейчас ты. Ладно, парни, я тоже ушел на мелкого собирать. Давай. Давай. Плоскогубцы нашел. И хера ты там. Ну тоже. Да пока такое сильно не надо собирать. Где ты говорил, крупы собирать? Вон там зомбарь лежал. Где-то Даша! Здесь мы убили. Иди сюда! Дочь! Этот, нашел штаны рабочего на 25 слотов. Все шикарно, я их заберу. Нести? Да, мы в начале там, где мы их убивали. Ну я туда же пойду сейчас. Все, нету никого. Посмотрите, да? На... Тут да, нету, на... они жрали бы. Захожу. Смотрите, на Гришина прилетает. 3 минуты, блин. Потому что ты в бою был. Опа, летит куда? А, не сюда. На СЗ. СЗ. На Гришина просто тоже прилетает. В 3 местах причем. Может, лучше не тут выходить? Да, не в Гришина надо, парень. Где-то в поле рядом с Гришина выходить. И лучше в левую сторону, потому что если в правую ближе к СЗ выйдем, то можно на этот очнуться и сразу нарваться на пиздюли. Блять, эти зомбаря есть, а эти пропали. Да все, выходи, до сюда не достает. Ну то сейчас этот. Да, нужно мне арбалет. Даша! Уже, блядь, заколебало стрелять. Даша! Эти, Даша, какой... иди, ну иди сюда, я тебя зову сколько, блядь. Я тебе арбалет сейчас. А ты с этого не стреляешь? Чего, иди сюда, с пистолета? Дочь. Ну, с рюк МК-2. Че ты, все, я патроны... тебя зову, зову. Че ты? Тебя... Блядь, а скажи, я тебе дам, у меня коробка, блядь, патронов-то, а? Ёпты. Ты скажи, что у тебя на МК патроны кончатся, я тебе дам. У меня где-то тоже, вот, там тоже нашел. Там ящик с пивом стоит. Дай 2 бутылочки. Нет, ящик с пивом стоит на балконе. Дай 2 бутылочки там. Ящик с пивом. Нормально. Не послушивать. Я дочь за пивом гоняю. Она только в первый класс пошла. Это незаконно. Ладно, хоть не в магазин. А я тебе уже говорил. А он этот, слышишь, он тупо этот. Пока только на балкон. Он уже подготовился, он сразу на балкон, чтобы дочь этот. Без записки отправлять, да? Да. У меня в шкафу стоит здесь вся алкашка. Дочь, как заходишь, сразу слева. Я ж, смотрите, штаны вам несу нетронутые, я у полицейки. Ну, еще... выше поднимайся, ждем его, пока не он... Вообще не хочет выходить. Магазин какой-то нашел. Да ничего, черный, нормально. Даша, черный ящик. Тоже выходишь?
Не, я просто посмотреть. 54 минуты. Ой, золото мое. Хорошо. Что, дочь? Да, дочь, это вот волшебная коробка. Да. Спасибо. Да, моя волшебная коробка. Ты, Ян, вернешься тебе штаны-то отдать? Да-да, я сейчас перезахожу, у меня это, флякса, отражение крови. У него руки забаговались. Еще скотч нашел. Вот ты там мастер находить, у тебя, наверное, прокачка лута, да? Я хомячик. Я хомячина та еще. Я могу. Я-то с Гришина вынес 6 пачек гвоздей, блядь. Только с Гришина. Хорошо. Я хомячина та еще. Ебать. Вкусная. Очередь, нет? Нет, нет, все уже 5 секунд. Летаю. Так, этот сразу этот. Да, у меня есть еще. Блинк. Да, у меня вон эта хрень. Это в Гришина. Половина крови нахер. Все, живем. Ботинков. Сразу не среагировал, надо было сразу взять. Ну да. У меня есть ботинки, если у тебя совсем убиты, я тебе дам. Да, у меня поврежденные. Еще не горит. Нам, по идее, на ту сторону Гришина надо, да? Нам надо на ту сторону СЗ. Мы чисто идем сейчас в данный момент за рюкзаками. У Кэмэлы нужны, да. Пожарная батареечка. Предлагаю. Но у меня завтра, послезавтра не будет. С Саньками мы не успеем увидеть. И он уезжает. Ну я завтра буду, да. Я завтра буду, а в воскресенье я, да. У меня в воскресенье понедельник не будет. 2000 километров за рулем. Сколько, 900? 2000. А, 2000. Да это херня, блядь. Да, для бешеной собаки 7 верст не крюк. Слушай, ну, блядь, Сань, давай этот вот по чесноку, давай. Или я буду на 2000 на Солярисе ехать, или ты на своей. Разница есть? Ну, смотря куда. Если на море, так я быстрее доеду. Чем ну, ты. Ну, понятно. Не, в любом случае ты быстрее и комфортнее доедешь, чем я на Солярисе доеду. Ну, ты за такие расстояния же не ездишь. Что? Ну да, я максимум. А Саня на чем ездит на таком? Да, ну, у него хуйня. У него, блядь, этот, я говорю, слышишь, у тебя что, грузовик, что ли? У него этот, колеса 22-е. Ты очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Пошел стеклянную бутылку под этот. Под... Да пока рано. Рано? Ладно. Выкину пока. О, перезарядился? Куда она побежала? Да хуй, мразь. Блять, опять промазал. Как-то так. Ну, блять, бегает, как тварь. Зайди куда-нибудь. А, блять. Ну, конечно. Рюкзак у тебя нахер. Че, рюкзак убили? Да. Рюкзак видел тут недалеко. Лес на 56 слотов. Перемотался? Да. Чуваки, неаккуратно это, ёпты. Да какой он у меня этот, был этот, неаккуратный. Почему мы неаккуратные такие? Да потому что, блядь, заагрилась сначала на него, а потом на меня переагрилась. И всё. Я не знаю, почему так. Нашёл армейскую сумку на 35 слотов. Тащи. А что делать? Пока на первое время. Вон, самбарь с большой сумкой. Пошли, убьешь его. Либо на вон. Бери свой арбалет, пошли.
Сейчас, секунду. Да, не, арбалет там. Нахер. Я сейчас, если его с арбалета начну валить, он... У него этот альпинист. Где? Вот. Опа, стопы. Походные ботинки нашел повреждённые. Подожди. Ты не загрешь сейчас весь город на себя таким способом? Нет, не загрю. Только он, лишь только он может заходить. Пекарно. Там бешеная Анжелка бегает. Давай обойдем по стороне СЗ. Сейчас, подожди секунду. Я заберу арбалет. Подожди, а куда я арбалет дел? Я не знаю. И скинул ты его случайно где-то? Где-то здесь. Менял. Вот он тут. А, шикарно. Так, надо пожрать что-нибудь. Так, это... меня в доме зажали. Давай мы к тебе идем. Точнее, где? Нахуя? Отбить. А чё ж ты, блядь, тварь, не умирает? Ну, альпинист, нормально. Точнее, где тебя зажали? В каком доме? Рядом с полицайкой. Двухэтажка, и вот я рядом с этой двухэтажкой. Угу. Возле колонки, типа? Да. А такой повыше или какой? Да вон, около, напротив, прямо напротив магазина дом. Да, зеленый, там... зеленый с желтым. Они тебя там сильно зажали? Я все. В доме? С всех сторон, да, я в доме сижу. Так они тебя в доме зажали? Я в доме сижу. А, так а зомбарей нету там в доме? Нет, вот я вокруг обстреливаю, отстреливаю их. Не вижу я на улице, вообще никого не вижу. Я, да, нормально, нормально, все, сейчас все будет хорошо. Ты очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Где-то кто-то орет, но не где. Стреляют. Черно, кто-то уже, блядь, глушаком. А вон в доме. Дома-то нет. Ладно, пошли уже на ту сторону. ТЗ, там где-то. Мне еще минут 10-15 есть. Раз так, заберите там. У меня так же. Где-то? Там же? О, я у колонки. Это что? На ТЗ падает. Очередной камень нашел. На. Рюкзак еще это. Гражданину. Не нужен, штанина. Рюкзак-то этому гражданину. А мы уже этот ему нашли. Этот гражданин нашли? Уже разжился альпинистом. А, ну ладно. А у меня какие модные, посмотри. Блядь, где-то я сейчас только что видел зомбаря. Коричневые, прям под цвет. Вот. Угадал. Я уже этот, слышишь? Брезента нашел 3. Нужен, не нужен брезент сейчас. Да, нормально. А этот, вы куда этот? Куда мы? Когда вы сваливаете? Я через 10 минут. Минут 10-15. Да, 10-15 минут. Ну, понятно. Я ненадолго, я на 20 минут буквально. Да, так я так же. Вот у нас перерыв 20 минут. Хочешь, пожрешь? Где хоть все? Кто, куда ушли-то, где вы все? Я возле треуголки зеленой. Где аптечка? Да. Сюда прилетела, бежим оттуда. На край прилетела Гришина. Прям в зеленку. Рядом с зеленкой упал. Ага, вижу.
нас уматывайте оттуда. Я в поле, где где вот эти яблоки растут. Ближе к СЗ. Ну я тоже в поле ближе к СЗ. Ну я сейчас отдаю. Так, а этот, слышишь, у тебя же две кастрюли. Да. А я свою кастрюлю отдал. У меня твоя. Ну вот. Дайте, у кого там рыба-то была, дайте пожевать. Иди сюда. А я сейчас вот здесь грибочки пособираю. Возьмите кто-нибудь скотч. Там не... Только он, лишь только у тебя там он, бы, хотя бы я не может заходить мой полсезон. Санёк. Он, то, да ничего. Бегаю. Блять, опять замерз, ёпарас это. Надо греться. А карпа целиком можно съесть, да? Ну да. А как вы в Гришина и без штанов все там бегаете? Да сбили сейчас штаны у пацана. А, и до сих пор мерзнет. Хочешь поесть? Я сейчас этот запущу этот ивент грибов. Вот тут вот. Вон эти. Буду так чисто по кругу ходить и. Так, может тогда идем туда? Сначала Гриш, туда. Ближе тут. К железной дороге. Андрюх. Ау. На тогда носилки тебе идти. Давай, я сейчас поставлю, пока вы ездите. Сейчас сделаю силки, поставлю. И рыбалка, ты мне кастрюлю. А, вот. Говорят, там можно да не, рыбалка этот. Пассатижи не нужны. Оставь у себя. Вот эту они проволоку тоже оставь у себя. Они ушлепанные пассатижи-то. Они как бы больно нахуй не нужны. Ну, тогда нахер найдутся еще. У нас там пассатиж раньше бы этот. Подожди. Базу сейчас построим там, где всегда, ну, этот ну, и будет топово. Денежки забери, на еще. Вы мне этот дайте. Кастрюлю одну по-братски. Блядь, сейчас. Нам не хватает, грубо сказать, 100 гребней. На. Блядь, это пиздец. Кастрюлю. Нахер ты этот камень таскал? На подлог? А? На замочек? Кодлок? Не, ну да, кодлок один. Я сейчас что хочу, смотри, этот, наш этот, рюкзаки взять на СЗ. Купить кодлок и чисто запрудное Североград верха лутать. Налутать сегодня этот, не знаю, эти, как их называют. Гвоздей и захерячить дом, базу. Ну да. Тебе комфортку дать? Мне ничего не надо. Сейчас, в данный момент, сейчас я приду, минуту, меня не будет. Отойди куда-то, залезь на тесак какой-то. Какой-то зомби-бегун сейчас прибежит и... Да. По кокушкам надает. Так, если у меня есть бизон, тогда мне может ПМ не нужен? Нафига тебе ПМ, у тебя есть бизон, да. Конечно. Тем более там точно такой же потом этот глушитель пистолетный. Так и подставь там и... Идем. Чтоб не очередями херачил. По пульке что было, да. Я находил какой-то магазин, блядь. Где он у меня теперь? Домик дымится. Кто-то жрать готовит. О, твои патроны нашел. 9 на 18. Где ты? Я там выше утесов этих. Где? Утесов, ну выше, выше, ТЗ, выше. На горке возле этого ца сена. Как это называется? Стоги? Стоги, да. Ты очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Просто сейчас Андрюху докинули там, блядь. Стоит в поле, как этот. Сидение бомжам. Да, можно так сказать.
Сейчас, подожди, я заряжусь. Вот там же Гришина, да? Да, пока все тут тусим. Ух ты, фляжка свободная. И там, в принципе, лучше вылить же, да, наверное, фляжку. Да, фляжку, да, да. Да, всегда лучше опустошать. Не пить из них 100%. Так козленочком станешь, понятно. Ты что, ожил, Андрюх? Да, а чё я этот, ну... Ты хоть скажи, мы тебя караулим стоим. Ну? А, я убежал уже, я вас посмотрел, нету никого и пошел. Я хочу эти запустить. Грибочки по этим побегать. Вот так вот я так. Караулили. А Ян, ты... А, вон, вижу тебя, стой. Бежал, они не увидели. Патроны твои. А, кстати, поставь, пожалуйста. Кстати, надо тоже Яну отдать это... 22. Короче, я теперь на патронах 5.56 на 45. На эмочных. А на сайгу вот тебе больше не надо? Сайгу нужна, да, все равно. Потому что на сайгу только нарез нужен, зеленый. Гулять. На улице гулять? Нет. Никитос же в доме. По зале. Папа гулять не пойдет. А давай сходим. Можно на улице гулять? Мне кажется, нас там кто-то. Слава. Что надо, выходить уже, начинать потихоньку. Тоже так вырубается. А ты аптечку-то залутал? Вроде как и хорошо с детьми гуляешь, а, блядь, с другой стороны, так это все нудно, блин, как будто время зря теряешь. Угу. Так мы здесь остаемся, вот гриб появился возле меня. Ага. Херовый. Выкинь его, сорви и выкинь его. Да его. Чтоб на его месте кто-нибудь другой вырос. Ну. Короче, я выхожу, буду в половину. Давай, по-моему. Прям здесь, вон, видишь меня, где я стою? На стогу сена. Угу. Вот я прям на нем и выхожу. Ты очень странно себя ведешь. Тебе так не кажется? Я костер-то тут сведу, погрею. Короче, в полчаса буду. Все, давайте. Еще давай. Время 20. Заканчивать не боки. Так, я тут по чьим-то следам бегаю. Нехорошечно. А этот дым какой-то белый стал, не зеленый. Значит, нормальный вроде. Сильно у меня она разговаривает, может, мне нужно кольнуться? Кольнись. В лес зовет. Да, тут вообще постоянно без остановки. Так сходи. Я бы женщина с удовольствием. Зовет, но таким голоском, да. Понял, какая тема сейчас, Сань, этот, чтоб топовую тачку взять, надо 15 000 набить. 15? Нет. Топовая это какая? Запорожец? Нет, круче. Какая? Что еще добавили? Ну, там какие-то... Еще какие-то тачки добавили. 15. А мы сколько за пар за сколько брали?
При трех мы брали. Не понял. За 3000? Нет. Брали мы его за 57. Ну. Смысл в том, что сейчас, чтобы взять, есть еще топовые машины, но они открываются не при 3000, а при 15. А, это ты про репу говоришь? Да, 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 репа. А. А, потом разберемся. Сейчас плюсик набью, я пойду туда, в самый конец Гришина, ага. Северный. Там есть вода, я потом, когда зайду, попробую половить рыбу. Давай. Так, еще вешенка. Блять, а что делаю? Давай делать вот так. У нас тут на колонке трое вчера собралось. Да ладно. Да, ага. Пиздец. Так. Жесть, конечно. И три бомжа такие. Один под пожарного косит, второй под мента. Пожарных шмотков, второй с прессаком, а я так, бомж Бруевич, блядь. О, этот с кастрюлей, и рюкзак у него получше, один вообще пустой. Ну, ничего, разживемся в любом случае. Ну, да. Не, здесь ловить нечего, надо в верхнюю эту идти, блядь. У кого эпоксидка была? Я еще чуть-чуть. Ма. Это где мои крючки? Было больше. Продолжение следует...
Да, я выхожу. Давай. Ян, ты там, давай, если давай. Что, просто замуться.